Приветствую, дорогие друзья, на связи Павел Чернышов. Сегодня мы решили провести с Станиславом Чернышовым очередное интервью. Накопилось довольно много вопросов за последние месяцы. Плюс у нас в декабре была очередная такая существенная просадка, после которой вопросов еще больше у некоторых партнеров, в том числе у меня, возникло. Вот. И я решил устроить еще одно интервью с Станиславом, с разработчиком, форекс-советником FXBank, создателем инвестиционного фонда «Личный банк», и позадавать ему лично эти вопросы, которые накопили за последние месяцы, ну и, собственно, по последней просадке, которую многие клиенты почувствовали, особенно те, кто вошел сюда в октябре либо в ноябре месяце, то есть перед самой просадкой. Итак, Станислав, приветствую тебя. Рад, что у нас получилось очередной раз встретиться. Павел, привет. Уважаемые зрители, всем добрый день, добрый вечер. Итак, первый вопрос, первый блок вопросов у нас будет по просадке, которая была в декабре месяце. Потому что это такая, ну, наиболее интересная тема, думаю, для всех сейчас, и больше всего она всех волнует. Итак, первый вопрос по просадке, значит, он идет от меня. Были ли вам извлечены какие-то уроки, сделаны выводы после просадки от 5 декабря 2018 года? По доллару-франку там была просадка в районе 30-35%. И если да, то какие вообще выводы вы сделали и чему научила вас данная просадка? Ну и научила ли чему-то эта просадка? Вот последняя в декабре. Эта просадка конкретно нас ничему не научила. Я не знаю, этот ответ ты хотел услышать или нет. Какой есть, такой есть. Да, она ничему не научила. Нас научила многому просадка, которая была самая первая, до 50%, которая была. Вот она научила. Это май месяца, которая была, да, у нас? Да, да. Чему она научила? Во-первых, мы, ну, если стратегически говорить, я изучил, начал изучать очень много информации, чего же я еще не знаю. То есть, хотя мы не вышли за максимально 50%, расчетные, которые по истории сделаны были, но я нашел множество информации, в общем, банковскую литературу начал изучать, где почерпнул новый, принципиально новый подход, ну, один из вариантов подходов к оптимизации и к расчету общего портфеля и рисков. Вот. Этот подход я вообще, в общем-то, им не владел. На просторах интернета я его никогда не встречал. То есть это такая специализированная банковская литература. Вот. И вот тогда, да, я изучил и понял, как нужно, не то, что как нужно, вот как мы сейчас оптимизируем, как мы сейчас составляем портфели, это делают так все. Ну, все трейдеры, по крайней мере, физические лица. Но есть еще подход, который является более точным, более хитрым, может быть, не хитрым, а более мудрым, и использующий большее количество более реалистичных методов прогнозирования будущих просадок, риск, будущих доходностей и, соответственно, назначения риска. Вот эта просадка первая нас научила. Но это, и это тоже так случилось, то есть я начал искать, начал изучать, как я всегда и делаю, ну и тогда вот нашел. И мы много что изменили сейчас, и что изменили? Изменили систему оптимизации. То есть она изменилась. Ну, какую аналогию привести? В худшую или в лучшую сторону? Я думаю, что в лучшую. Не то, что я думаю, там есть объективные указания, объективные факторы, что она стала более точной. Ну, то есть, грубо говоря, вот государство работает на каком-то, на каких-то закономерностях, которые были выявлены. Вот оно работает. И вдруг какие-то ученые открывают новые закономерности, которые описывают эти же физические явления, но более точно. И, в общем-то, вот это и случилось. То есть я открыл для себя новый способ создания портфелей. То есть, ну, могу описать, если это интересно. Вот. Но, в общем, он дает более точные прогнозы. А это текущая просадка. Мы получили стоп-лосс, как бы нормативный. За пределы 50% мы не вышли, поэтому... Но майская просадка тоже была по стоп-лоссу. Также у нас там было 30 с чем-то процентов за одну сделку. То есть тоже, да, она как бы нормативная. Только что, ну, максимально приближена к допустимой. Да, но только то, что очень много клиентов и очень много партнеров начали тогда писать, и то есть такой информационный бум создался, я начал искать дополнительную информацию, ну, как я всегда делаю. Можно сказать, повезло, можно сказать, судьба, стечение обстоятельств, что я нашел эту информацию. Просто сейчас то, что происходит, это то же самое, что и происходило. То есть мы получаем стоп-лосс, идет просадка. А вот то, чему я научился, и то, что будет в следующей версии советника,
как будет составлен следующий портфель. Это принципиально новый подход вообще в нашем фонде. Когда мы его сделаем, то есть когда мы выведем, сейчас как раз советник полностью готов, и сейчас идет оптимизация. Это займет, может быть, 2, может быть, 3 месяца. То есть оптимизация 4 валютных пар по 2 таймфреймам. Просто там оптимизация такая хитрая, она как бы... Вот, если делать один проход оптимизации, 4 пары, там несколько, ну, по-моему, месяц занимает оптимизация. А там нужно по каждой валютной паре делать на самом-то деле, вот что я подчеркнул из банковской литературы, не одну оптимизацию с 2000 года, да, там, например, по 18, а нужно делать на самом деле по 10 оптимизаций, а может быть и больше, но 10 пока хватит, по каждой валютной паре и таймфрейму с определенными шагами и перепроверками, то есть один шаг должен перепроверять другой шаг. Для всех инвесторов и партнеров, когда мы выведем этот новый тип портфелей, с новым способом оптимизации, мы объясним, в общем, в чем суть и в чем изменилась прогнозная составляющая. К чему это приведет? Это приведет к тому, что мы будем расчетные максимальные просадки знать более точно. То есть я не могу сказать какую-то объективную цифру, насколько точно это будет, но это однозначно будет сильно точнее. Соответственно, риск на сделку будет сильно точнее, максимальные просадки ожидаемые будут сильно точнее. Но то есть они станут не меньше, а вы более точно будете знать, какие они максимум могут быть достигнуты. Да. Да, мы, может, узнаем, что на самом деле при текущих рисках просадка максимальная может быть не 50%, а, например, 60, 65% или 30, или 45%. Ну, в общем, таким образом. То есть точность повысится. Да, повысится сильно точность, и мы эту точность, мы ее упакуем в специальный документ, где мы вот с помощью этих математических, статистических расчетов докажем любому серьезному инвестору, который приходит, например, у него есть там несколько миллионов долларов, и он думает, так, маркетинговый материал есть, доходность есть, а где доказательства, что и дальше будет так? Вот у нас этого документа сейчас нет, но вот изучив эту банковскую литературу, у меня есть четко методология, как этот документ составить. То есть это будет серьезный маркетинговый, в первую очередь, документ для всех партнеров, ну и для инвесторов, чтобы инвестировать более крупные суммы. Понял. Хорошо, давай дальше идем, не затягивать. Второй вопрос также от меня. Вообще этот блок вопросов весь от меня идет. Были ли предприняты какие-то изменения в настройках робота после просадки от 5 декабря 2018 года по франку, чтобы улучшить его работу в будущем? Вот изменили Нет. что-то или все так же осталось пока? Нет, ничего не изменилось, именно для того, чтобы... То есть никакой реакции на этот стоп-лосс у нас не было, именно на этот стоп-лосс. Была другая реакция. То есть просадка, получается, была штатной, скажем так, прогнозируемой, и она не произошла вследствие какого-то технического сбоя со стороны брокера, либо чего-то еще. Нет, мы всегда перепроверяем сделки в тестере, которые происходят на котировках, сравниваем котировки у брокера и на других источниках ликвидности. Ну, они практически всегда совпадают. Ну, у некоторых источников ликвидности, там, ну, например, на инвестинг и у Альпари там чуть-чуть могут отличаться несколько пунктов, но это нормально, это у всех брокеров. Брокеров там. Так, то есть мы сравниваем что? Смотрим, котировки у брокера нормальные? Да, совпадают с общими мировыми котировками. Потом мы тестируем в тестере эти же сделки, которые на реале произошли. Смотрим, они соответствуют, эти сделки, точки входа, точки выхода с тем, что на реале мы получили? Соответствуют. Да, это полностью стоп-лосс получен в тестере точно так же, как и на реале. То есть стратегия работает отлично, робот отлично, то есть это штатная ситуация. Хорошо, дальше следующий вопрос. Можно ли как-то уменьшить частотность и величину этих просадок? Я проанализировал просто последний год уже по просадкам, получилось, что это уже третья просадка у нас такая существенная. Одна была в мае, вот про которую ты говорил, одна была в июле. Она была, кстати, не у всех в июле, а почему-то только на части счетов. Как раз у нас был тогда еще пул, мы от блога организовывали. И вот на нашем пуле она была получена, там порядка 40% за июль была просадка. Ну, там три сделки было минусовых. Одна там минус 30 чем-то, другая минус 10, третья что-то минус 15. Ну, вот так вот три сделки такие хорошие было. Ну, и того минус 40 за июль получилось в итоге. И вот, получается, третья просадка в декабре. Тоже одна сделка на минус 35%, по-моему, в среднем вышла. Вот. То есть, почему возникает вопрос? Потому что, когда мы проводили первое интервью, второе, и когда ты показывал на тестере все это там в своей админке, вот мы там видели, что за 18 лет у нас была максимально допустимая просадка, там
в районе 50%. Ну, это 50% за 18 лет было получено. Мы, конечно, тогда с тобой не анализировали, сколько было получено просадок. Там 40%, 30%, там 35%. Может быть, их было и больше. Мы говорили только о максимально допустимой просадке. Вот. Но как бы я также посмотрел статистику за 2016 год, за 2017 год, и, по-моему, насколько я там анализировал, ну, не было вот 3 там просадки вот так под 30-40% таких мощных. Угу. Я, конечно, могу ошибаться, может, я что-то там где-то не доглядел, но, по-моему, в предыдущие годы не было по 3 крупных просадки в течение года. Ну, тут суть в чем, что максимальная просадка расчетная по тому методу, оптимизации, который у нас был, там действительно один раз была за 18 лет 50%. Просадки в 40% будут чаще, в 30% или там в 35% еще чаще, расчетные. Ну, ты смотрел какой? 17-16, два года, да? Да, два года, 16-17. Вот. Ну, у нас только по нему есть мониторинг твоего счета, больше ты смотреть не можешь. Ну, да, из реального. Ну, по-моему, ты спрашивал у нашего исполнительного директора, Владимира Кошелева, чтобы он тебе статистику сделал, сколько раз была просадка, столько-то процентов, потом через 5%, по-моему, тебе скидывал. Такой файл был, да. Мы обсуждали, и там как бы очевидно видно, что чем меньше просадка, тем выше частотность, да. То есть 5% просадки — это вообще каждый день, каждый месяц могут быть по несколько раз. Mm-hmm. Это все штатная ситуация, то есть мы смотрим на работу советника, как бы нет ничего, чего бы в тестере, например, в тестере есть, а на реале нет. То есть соответствие теста и реала говорит о том, что ни в терминале, ни у брокера проблем никаких нет. То есть стратегия работает точно так же, как она работала на расчетном периоде. Другой вопрос, что мы же рассчитываем историю, правильно? Mm-hmm. Мы же не торговали с 2000 года по 2015 год, и потом делали на основе реальной торговли расчеты. Мы же делали это расчеты на основе исторических данных, верно? То есть больше нет никакой возможности заглянуть в прошлое и сделать расчеты. И мы делали расчеты на основе той информации, в общем-то, как бы, которой я владел. Вот что ты знаешь, Павел, по поводу того, чего ты не знаешь? Ну, ничего не знаешь. Да? Ну, то есть, да. когда ты что-то не знаешь, ты не можешь как бы подумать, я что-то неправильно делаю, или я делаю, или можно сделать точнее. Вот. Поэтому мы делали единственным возможным способом, это мы брали не 3 года оптимизации, а прям замахнулись с 2000 года. То есть, и мы с тобой обсуждали это, я много раз говорил, что гипотеза такая, что если с 2000 года на исторических данных у нас стратегия позволяет стабильно получать прибыль, то и дальше она, скорее всего, будет позволять нам иметь статистическое и математическое преимущество. Ну, это как бы здравый смысл. Мы это проверили, и реально робот начал зарабатывать на будущих котировках, то есть на реальном счете, на основе исторических данных. По сути, это же, по сути, магия. Как бы, ну, мы не задумываемся, ну, как магия, это наука, статистика, прогнозирование, но так для обычного человека это вот спрогнозировать будущее, это же очень сложно. Огромное количество факторов есть. Вот, поэтому, почему такие есть расхождения, и я уверен, они будут расхождения, они вообще всю жизнь будут. Из-за того, что мы расчет делаем на основе исторических данных, пусть и мы делаем большой расчет. Сколько я изучал, например, обучение по биржевой торговле, я еще не видел, чтобы кто-то за 18 лет расчеты делал, как мы делаем. То есть наша основная ставка была именно на эти 18 лет. И она сработала. Действительно, прогнозная составляющая есть и очень большая. Вот. И отличия, они именно с этим связаны, что мы рассчитывали не на реальных торгах, а именно на исторических котировках, пусть они очень большие. Сейчас, как я тебе сказал, просадка, вот самая первая в этом году, чему нас научила, я открыл, но это действительно очень крутой метод оптимизации. Он буквально позволяет, то есть что он позволяет сделать? Он позволяет как будто бы проторговать на реальном счете с 2000 года. То есть он позволяет, конечно же, это моделирование, но это совсем другой подход в моделировании. То есть мы там как будто бы торгуем по-настоящему теми параметрами, которые мы получили в прошлом. Ну, в общем, ну, представь, например, мы оптимизировали с 2014 года, с 2000 по 2014, да? А потом берем и тестируем эти параметры за 2015 год. То есть мы тестируем на тех параметрах, ну, как бы имитируем торговлю, понимаешь? Ну, а когда вы через тестер прогоняете текущее, разве не то же самое получается? А вот я думал, что тестер именно так и работает. Или тестер не так работает? Он, конечно,
Вот это 4. Тут понимаешь, тут нужно очень глубоко быть внутри этого процесса, чтобы понимать, в чем тонкое отличие. То есть, действительно, как мы делали, и, в общем-то, сейчас параметры, которые есть, там есть прогноз, составляющая очень большая, но мы видим, что много лет советник работает. Вот если ты вспомнишь, например, свое какое-то прошлое, как ты себя повел в той ситуации или другой ситуации в прошлом, ну, любой человек, если вспомнит, то ты дальше сможешь это все проанализировать за последние 10 лет. И теперь ты в текущем моменте, исходя из этого, делаешь выводы и действуешь сейчас, исходя из анализа всего прошлого. Ведь ты так живешь, и я так, правильно, как люди. Ну да, обычно так вот. Мы делаем. И вот сейчас у нас советник именно так и работает, и в общем-то так он и оптимизирован. То есть мы смотрели на весь опыт, старались на этом историческом опыте заработать, оптимизацию сделать, и сейчас показывает, что мы успешны. А новый способ оптимизации, это было бы, знаешь что, если бы ты смог перенестись физически в, например, 10 лет назад, и какие-то кусочки жизни своей, на основе которых ты принимаешь текущее решение в данный момент, ты бы их реально прожил еще раз. То есть не по воспоминаниям, а реально прожил бы еще раз. И поступил бы как-то иначе, например. Вот. И уже на основе этой реальной информации ты бы в текущем моменте принимал решение. Согласись, что корреляция между первым способом и вторым была бы все равно, правильно? Какая-то. Ну, да, моменты. Но степень точности отличается. Вот это ответ. То есть мы растем, узнаем новое и совершенствуемся. Ну, вообще, при помощи этого способа получится ли уменьшить количество просадок и увеличить доходность? Или только... Это неизвестно. То есть это неизвестная вещь. Необходимо... Сейчас мы как раз у нас стоят... Робот стоит на оптимизации. То есть когда мы получим оптимизацию, мы сделаем по 10 оптимизаций на каждую валютную пару, все загрузим в админку, сделаем такой огромный портфель, выстроим все. Мы увидим, какое количество просадок будет, какая их величина, новый риск. Ну, то есть более точные параметры получим. Ведь количество просадок, оно... Конечно, хотелось бы, чтобы по прямой все было, да? Ну, или хотя бы их меньше было, чем в этом году. Мне кажется, в этом году их больше было, чем в прошлом или позапрошлом. Тут такой философский вопрос. Он больше о понимании сути бытия. И все, что есть, как бы, тут, ну, как бы, ну, например, если человек будет говорить, я, например, не хочу трудностей в жизни. Мы же понимаем, что трудности в жизни нас выносят на невероятные высоты потом. Например, взять просадку первую, да? Просадка была, вот это вот в мае. Что произошло? Причем вот эта первая просадка, она была одна из самых больших за последние два года, да? Да. Да, и что произошло? Да, действительно, что произошло? Все напугались. Мы сказали, вот наш план, разработали карту движения проекта, что мы будем делать, если будет критическое. Мы вышли из просадки, и произошел невероятный рост. После следующей просадки, когда мы снова из нее выходили, мы за месяц удвоились. Вообще, весь фонд удвоился по партнерам, по привлеченным деньгам и так далее. То есть, имеется в виду, что это не то, что просадки хорошо, чтобы расти с помощью них, психологически так. А имеется в виду, что никто же не будет говорить в жизни, что я не хочу никаких трудностей. Вот если у человека не будет трудностей в жизни, то что с его жизнью будет? Вот у него, знаешь, как кривая без просадок, то это что за жизнь будет? Это не жизнь, это он будет сидеть в стерильной камере и никуда не выйдет, не будет никаких возможностей. Ведь риск обеспечивает прибыль. Если ты не рискуешь, ну, если стратегия не рискует вообще, или минимум рисков, мы можем выкрутить гайки так, что у нас будет прям очень ровненькая кривая, но это будет одна сделка в месяц, 10-15 сделок в год. Это возможно, то есть расчеты это позволяют. Правильно ли это? Потому что это не обеспечивает статистическую достоверность, например. То есть нам нужно достаточно, нам не нужно слишком много сделок, но нам нужен объем сделок, который имеет статистическую достоверность. А если мы это сделаем, то все равно будут просадки. Вот. То есть каждая сделка не может быть в прибыли. Можно выкрутить такие условия, входить только в таких условиях, чтобы реально вот была прибыль. Но это будет мало количество сделок. Это то же самое, что сидеть дома и вот выходить из дома только тогда, когда вот все, ты все просчитал, вот и вот вышел, зашел, все, фу, не убили тебя. Но мы так не живем. То же самое на бирже, мы же пришли сюда инвестировать и зарабатывать деньги. Просадка – это вообще неплохо. То есть
просадка – это для людей некомпетентных новичков. Мы-то с тобой уже как достаточно давно в инвестициях. А вот для новичков это кажется плохо. Это то же самое, что ты пришел заниматься боксом, тебя как бы научили, вышел, тебя раз, ты получил, думаешь, а как сделать так, чтобы не получать? Да никак. Ты все равно получать будешь, это и есть бокс. То есть ты должен уворачиваться, ты должен там, блокировать, но это и есть бокс. И в инвестициях то же самое. Если уменьшить просадки, короче, будет очень мало сделок, статистическая достоверность уменьшится, это раз. Если уменьшить просадки, прибыльность уменьшится, соответственно, сразу же, это два. Вот и все. Поэтому я думаю, что вопрос, он сам по себе немножко некорректно звучит. Я бы сказал так, как сделать так, чтобы зарабатывать еще больше и увеличить количество просадок, но чтобы они были не больше заданных, гарантированно, или степень гарантированности бы увеличилась, что просадки точно за пределы расчетных не выйдут. Вот это правильно. По сути, наоборот, если человеку предложат, давай мы тебе сделаем вот с большой вероятностью 1000% годовых каждый год, но будет 20% просадок по 50%, но есть высокая вероятность, что дальше 50% мы не уйдем. Но, по-моему, это и есть инвестиции. Вот. А в другую сторону не работает, там мало сделок будет слишком. Ну и для справедливости сказать, конечно же, я все время иду к этому. Это же естественный процесс, как сделать так, чтобы не было просадок, чтобы риск был на сделку минимальный, чтобы было достаточно много сделок, чтобы статистическая достоверность обеспечивалась, и чтобы была еще и прибыль хорошая. Это, знаешь, как идеальный мужчина у женщины. Добрый, чуткий, еще и отважный и храбрый. То есть, где вы видели такого сильного, мощного мачо, который еще и нежный, добрый и понимающий, понимаешь? И то же самое мужчины хотят женщин идеальных. Она невероятно сексуальная должна, ну просто невероятно, просто 10 баллов из 10, но при этом она должна тебя понимать, идти за тобой куда угодно, мыть, драить полы, готовить, с детьми с утра до вечера возиться, еще и понимать в твоем бизнесе и поддерживать тебя всячески. То есть, понимаешь, это противоречия, которых не бывает. То же самое, вот этот вопрос, он так не бывает. То есть так просто невозможно сделать. Если было бы возможно, нефть бы не прыгала туда-сюда. Ну или не нефть, а все фонды, которые работают на нефти, ну, на торговле нефтью, фьючерсами. Никогда бы не было просадок, если бы это было возможно. Поэтому это просто нормальная вещь. Это, знаешь, как вдох и выдох. Ну понял, по просадкам тогда мы сделаем так. Я, наверное, под этим видео приложу тогда файл, который мне тогда скидывал Владимир, где была частотность просадок. По-моему, он должен был бы у меня сохраниться. Там, в принципе, каждый сможет тогда ознакомиться уже с этими просадками, с частотностью этих просадок, количеством, и вопросы будет меньше возникать, как часто вообще эти просадки будут возникать. Там прям написано, что вот 30% столько-то просадок потенциально, может быть 40% столько-то просадок, 50% столько-то, ну и так далее. Частотность и количество. И еще прикрепи там ссылочку, у нас есть пост на блоге, называется «Путешествие по просадке». Вот. Ну, хорошо. Это очень клевое видео, где мы с тобой разбирали, что просадки такие постоянно происходят. Просто человек начинает торговать, он же не обращает на это внимания. А когда просадка случается, о, с моими деньгами случилось. Понял, хорошо, идем дальше. Следующий вопрос тоже от меня. После каждой крупной просадки у любого партнера, наверное, инвестора, у которого вложены деньги в фонд «Хищный банк», возникает в голове такой естественный, на мой взгляд, вопрос. Ну, может быть, не у всех, но у большинства. Все ли идет по плану, все ли хорошо, робот поломался или стратегия перестала работать, почему опять просадка произошла, параметры перестали быть актуальными, брокер начал вставлять палки в колеса, и по этой ли причине вообще была данная просадка. То есть, как говорится, многие понимают, что не все вечно в этом мире, и рано или поздно всему приходит конец, и после каждой такой просадки у инвестора возникает в голове вопрос: а вот не сейчас ли этот конец пришел? А вот выберется ли робот из этой просадки? Может быть, эта просадка уже указание на то, что там все, там завершается работа данной стратегии, либо данного робота, либо данного фонда. Вот начинает терзать такие сомнения. Ну и, собственно, как инвестору после такой просадки, крупной 30, 40, 50%, определить, плановая просадка или неплановая просадка? То есть по техническим причинам брокер там палку в колеса ставил, либо что-то еще там произошло. Как определить инвестора? Я помню вот каждое наше интервью, и по сути большинство вопросов от всех людей, они, в общем-то, такого философского характера, жизненного, а не конкретно к нашей сфере, можно применить эти вопросы. Ну да, проблема в том, что после каждой просадки у людей теряется уверенность в продукте,
Это нормально. Да, им кажется, что вот, блин, опять просадка, опять он перестал работать, или опять эту просадку, и что-то просадок становится больше, наверное, то ли стратегия перестает работать, то ли робот начинает косячить больше, то ли там брокер начинает больше палок вставлять колес, почему в этом году было больше просадок, в предыдущем году было меньше, что не так, где причина? Инвестору нужна какая-то информация о том, как же психологически комфортно себя чувствовать и быть уверенным. Я скажу правду, как это происходит, почему это происходит с инвесторами. Первое – это неправильный вход в инвестиционную деятельность. То есть инвестор изначально инвестирует деньги, которые он не готов потерять, поэтому он все время беспокоится. То есть мы все время хотим инвестиции превратить в бизнес, который нас кормит каждый месяц. Как бы оно так со стороны-то и будет. И когда работаешь правильно, то оно, ну, то есть когда все рассчитываешь хорошо, работаешь над стратегией, оно так и будет. Но психологически это не так. Вот если ты поработал в бизнесе, ты сделал, у тебя в месяц зарплата какая-то есть, доход, ты ее тратишь. А в инвестициях не так. То есть ты не должен рассчитывать, относиться к инвестициям как к какому-то своему бизнесу, потому что это не твой бизнес. Ты ничего не решаешь в этом деле. Ты просто отдал деньги и смотришь, как они растут или в просадках колеблются, потом снова растут и так далее. То есть неправильный вход в эту деятельность. Это просто заблуждение, неграмотность. Это неплохо. Мы как бы, у нас просто нет же такого образования для всех людей. Мы с тобой много раз повторяли, что инвестировать нужно только свободные средства, которые ты готов потерять. Нужно повышать компетентность своей, свою инвестиционную компетентность. Нужно понимать суть инвестиций. Ведь нужно же понимать, вот ты отдаешь деньги куда-то, посмотрел доказательства, посмотрел доходность, но будущего-то никто не знает. И ты деньги отдаешь, если ты отдаешь с тем, что ты хочешь вот прямо вот, или не хочешь, а вот тебе необходимо их приумножить, обязательно ты относишься как к бизнесу, либо как к какой-то гарантии, то возникают проблемы. И что бы я ни говорил, все равно будут проблемы. Например, я предоставлю расчет статистический, математический, который будет убеждать людей. Все равно будут вопросы. Станислав, расчет расчетом. Но будущего никто не знает. Откуда мы знаем, что дальше все не рухнет? Понимаешь? То есть вопрос этот, он никогда, его на него нельзя ответить. Помочь инвестору не беспокоиться невозможно. Потому что инвестиции и торговля на бирже, она основана на страхе. То есть всегда все будут бояться, инвесторы, партнеры, мы, всегда. Но этот страх, например, лично у меня, он является ресурсным страхом. Ну, по психологии ресурсный страх – это страх, который заставляет, дает мотивацию и заставляет действовать еще сильнее. Проблема с инвесторами, что их эти страхи, они, то есть они не могут повлиять ни на что. Если я могу повлиять, разрабатывать новые торговые роботы, перерасчитывать риски, учиться другим методом оптимизации и прочее. То есть я конкретно действую, я знаю, что я делаю. То есть для меня это бизнес, сами инвестиции, потому что я могу повлиять. Для инвестора он никак повлиять не может, причинно-следственных связей он не знает и никогда не узнает, он видит просто результат. Поэтому ответ такой, относитесь сразу к инвестициям правильно. Это венчур. Что такое венчур? Венчур – это когда вы куда-то раскладываете кусочки свободного капитала, который вы легко можете потерять, и что-то из этого выстрелит и даст вам в итоге больше денег. Вот это венчурное инвестирование. Любая инвестиция является венчуром. Да, есть инвестиции там с фиксированной доходностью, государственные, но и там в трудные времена государство по-разному закручивает гайки. А это вообще большинство вопросов и по жизни, и по бизнесу, они, как правило, от невежества. Просто от отсутствия образования. Это неплохо, это просто реальность. Вот мы живем, нет образования правильного. Вот и все. То есть, как определить? Если конкретно, следите за нашими официальными блогами. Ну, то есть, заходите раз в неделю. Ну, то есть, конкретное правило. Раз в неделю заходите в личный кабинет нашего сайта и читайте, что мы там пишем. Второе. У нас появится скоро, я думаю, в течение месяца, полутора, хорошая, расширенная, удобная база знаний. Второе. Прочитайте ее всю. Выучите наизусть все ответы, которые мы там даем. Второе. Третье. Посмотрите все интервью, наши с тобой, Павел, которые мы записывали. Посмотрите и тоже выпишите себе все ответы и заучите их. Потому что если ты сталкиваешься с просадкой, и у тебя в голове вообще пусто, то есть ты ничего не знаешь, то у тебя всегда будут вопросы. Ты должен стать компетентен. То есть вот такой ответ. Это вот настоящий ответ. Следите, мы будем писать. Если что-то случится, что мы не ожидали,
технические сбои, что-то с брокером, пока все отлично, я думаю, что всегда отлично будет. Мы упремся в ликвидность или что-то еще будет, мы это осознаем, если мы не сможем это побороть и решить, мы это сразу расскажем. Сначала мы расскажем это партнерам, обсудим, потом расскажем всем инвесторам, это будет быстро. Заходите в наш блог, читайте нас. Вот ответ такой. То есть понять, все ли хорошо, все ли правильно, можно по контролю над информацией. То есть если говорить о той самой уверенности, которую человек теряет после просадок в продукт уверенности, соответственно, получается, что ответ – это не стопроцентное понимание продукта и инвестирования. То есть ты не до конца изучил хорошо продукты, поэтому у тебя возникает сомнение в этом продукте. Да. Ну и, соответственно, изучи лучше продукт этот, лучше информацию о нем, чтобы лучше понимать, как он работает, и тогда меньше будет вопросов возникать. Конечно, я не уверен, что стопроцентная компетентность, она все равно решит данный вопрос, потому что мне кажется, даже я, когда получается просадка, даже я, несмотря на то, что знаю об этом продукте больше всех, даже у меня порой возникает сомнение о том, что, конечно, я все знаю, но что-то вот там внутри все равно сомнения какие-то есть. Вот у меня, Павел, сейчас мысль пришла, еще дополнить мой ответ. Нужно принять, что страх потери при любой инвестиции – это нормально. Вот и все. То есть не надо относиться к страху потери как к чему-то ненормальному при инвестициях. Вот это, вот что нужно понять. То есть мы все время хотим избавиться от страха и сомнений. Примите это как часть жизни. То есть должна быть правильная установка. Занимаясь инвестициями, я всегда буду бояться потерять деньги. Это и есть моя плата за то, что они будут расти. А как вы хотели? Ничего не делаете, просто отдали деньги. И не будет последствий? Конечно, вы будете бояться, вы будете сомневаться. Вы будете изучать, что такое инвестирование, будете изучать нашу стратегию, робота. Мы будем сами выкладывать все, что можем выложить. Но это все равно оно добавит вам уверенность, но полностью страх никогда не уйдет. То есть нужно понять это. То есть это невозможно. Люди хотят невозможного. Они хотят быть уверенными в инвестициях. Ну да, хотят получать гарантированную прибыль и уверены, что они не потеряют свои деньги, вложив данный инструмент. Страх потери. Присущ всем, наверное. Например, даже если вы дворником устроитесь работать, вот у вас гарантия, вот вы выглянули из окна, опять листьев навалило, гарантированно будут деньги, или снега много, отлично, я пойду убирать. Ну и тут, понимаете, технику купят, и вы можете лишиться этой работы. Где гарантии-то? Понимаете, страх – это вообще движущая сила человечества. Если вы проанализируете себя, все, что вы в жизни делаете, это из-за страха. То есть страх – ухудшение удовлетворения ваших инстинктов. Полового, социально-иерархического и инстинкта безопасности личного. Ну, например, страх потери денег – это как раз страх вот этого инстинкта ухудшения, выживания. То есть есть три инстинкта, я как раз сейчас учусь в Академии смысла, это высшая школа методологии мышления, это высшее образование конкретно по мышлению. Прикинь, такую штуку сделали. Высшее образование по мышлению. И вот у нас есть три инстинкта. То есть половой, социально-иерархический и инстинкт выживания личного. Так вот, страх потери денег – это ущемление инстинктов личного выживания. А это всегда будет. А вот то же самое, вот как это вообще? Вот человек спрашивает, вот я иду, на мне идут люди с битами. И я знаю, что меня сейчас будут бить. Как не бояться? Ну, наверное, Федора Емельяненко нужно спросить. Как не бояться? Нужно быть уверенным в себе, но все равно все они боятся. Они так, и это нормально. Если спросишь любого бойца, все говорят, мы боимся, но это неплохо, это как бы нормально. Вот я вам тоже говорю, уважаемые инвесторы, и тебе, Павел, что я воспринимаю свой страх нормальная тема. То есть это страх, он у меня есть, я с ним живу, я не пытаюсь с ним бороться, наоборот, он дает ресурсы для дальнейшего развития. Если инвестор это никак не поймет, будете мучиться. Соответственно, если будут какие-то технические, грубо говоря, отклонения от работы робота, проблема с брокером, проблема со стратегией, либо еще какие-то проблемы, то об этом будет официальный пост на блоге, о котором вы узнаете. Если такого поста нету, такой информации нет, значит, все идет по плану, не волноваться повода нет. Волноваться вы, конечно, можете, но... Будете. Будете, да. Но результата там, может, особо и не будет от этого. Так, хорошо, здесь более-менее прояснили, то есть либо повышаем компетентность, изучаем продукт, поднимаем свою уверенность в данном продукте и, соответственно, снижаем уровень страха. Диверсифицируйте.
Диверсифицируйте, да. Мы то же самое делаем. У нас сейчас цель в начале 2019 года 15 валютных пар вывести. Ну, сразу, может, не выведем, но цель такая. Мы сами это делаем, постоянно диверсификация. Вы, как инвестор, тоже должны постоянно диверсифицировать. Это же тоже способность, вернее, это тоже направление меньше бояться. Но надо диверсифицировать туда, где есть гарантированные расчеты статистические, которые доказывают, что есть какой-то расчет. То есть вам должны показать, что вот на истории хотя бы вот, вот так вот торговало, и вот именно поэтому мы предполагаем, что и дальше будем в прибыли. Если расчета нет никакого, то тут страх не уйдет тоже. Надо диверсифицировать туда, где есть расчеты, статистические, математические расчеты того, что действительно... Хоть что-то чем-то подтверждено, грубо говоря, а не от пальца. Да, мы же, видишь, они же, как бы все инвесторы спрашивают, как не бояться. А вот не бояться, это когда ты видишь, что видишь причинно-следственные связи, грубо говоря. Почему тебе утверждают, что твои деньги реально увеличат? Вот мы идем всячески, чтобы вот это показывать, что у нас есть расчеты, с ними можно ознакомиться. Вот в начале 2019 года у нас появится мега-отчет. Вот я вот не видел вообще нигде. Я мониторю и американские, и европейские проекты по управлению доверительному. Нигде такого не будет, что будет у нас, что любой инвестор сможет перепроверить сам. Полностью увидеть, что да, действительно, эти цифры сходятся, и это действительно факт. Вот когда вы набираете много таких проектов, которые имеют такие факты расчетные, вот тогда уровень страха и беспокойства снижается. Вы действительно чувствуете, что становится менее страшно. Но это что нужно? Это нужно работать. Это нужно искать, это нужно рассчитывать, это нужно докапываться до сути проекта и до сути, почему вы решили, что вы нам увеличите деньги. Где доказательства? Математическое. Вот этот мой тоже совет, диверсификация, но правильная. Хорошо, идем дальше. Вопросов еще много у нас. Вопрос от Максима. Вопрос такой. Прошу протестировать пару доллар франк с разным спредом на таймфрейме M1, спред, ну, я так понял, спред до 15, спред после 15, соответственно. Именно после декабрьской просадки он сделал вот это умозаключение. Вот. Ну и вопрос, соответственно, была ли протестирована данная пара с рекомендуемым спредом. Вопрос данный я бы не задал, по той причине, если бы его не задал, он не мой партнер, данный человек, но я его так давненько знаю, он работает с вашим фондом уже, по-моему, я так понимаю, года 3 или 4, вот, и как бы пережил все уже просадки, и, по-моему, он даже сам руками торгует, насколько я знаю, вот, ну, такой компетентный партнер, клиент, поэтому решил данный вопрос задать тоже в интервью. Вот вообще, как у вас тест проходил данный, не проходил? Есть какие-то результаты, нет? Ну, у швейцарского франка у него есть средний спред 15. То есть, как мы это делаем? Мы не смотрим на средний спред, который написан у брокера. У нас есть советник, ну, специальный, в общем, харвестер называется, сборщик. Он у нас собирает все реальные спреды. Ночью спреды расширяются, во время новостей расширяются, потом снова сужаются. Средние спреды мы фиксируем по факту. То есть, мы оптимизируем. То есть тут тестирование, он говорит, он не то слово использовал, оптимизация тут суть-то. Потому что мы, когда параметры торговые определяем, мы именно во время оптимизации их определяем. И оптимизация у франка определяется именно при спреде 15, потому что именно такой спред является средним. То есть он точно написал, да, это средний спред, так мы и оптимизируем. Ну, то есть, получается, вы все валютные пары оптимизируете по среднему спреду? Да. А наш советник, технология наша позволяет оптимизировать все уровни спреда. То есть спред, там, например, по евро-доллару может быть от 0,8, ну, 8 пунктов в пятизнаке или 0,8 в четырехзнаке, там, до 6-10. Ну, и наш советник специальный собирает, харвестер на сервере стоит и собирает постоянно спреды фактически. И как бы там график рисуется, там видно, что он расширяется постоянно. Но это нормально, это у всех брокеров. Ну, и считает средний спред. И наш советник, он может быть оптимизирован, я заложил такую возможность, при разном уровне спреда. То есть, например, представь, вот сейчас мы оптимизируем при среднем уровне спреда, а мы можем оптимизировать при спреде 9, например, 0,9, 10, 11, 12, и вот так вот до 50, плавненько. И во время торговли, в зависимости от того, какой сейчас фактически спред, у нас берутся параметры именно оттуда, из тех блоков параметров, которые были оптимизированы именно под этот спред. Но если так делать, то у нас столетие займет оптимизация, то есть рассчитано столетие. То есть мощности компьютеров современных пока не позволяют реализовать то, что у нас советник уже может делать. И не только этот функционал мы не можем сделать из-за недостаточной мощности компьютера. Поэтому я понимаю направление мыслей,
что давайте учитывать точный спред. Пока невозможно технически это сделать. Единственное, что мы можем, это оптимизировать при среднем спреде. На большой дистанции это нивелируется, потому что это и есть средний спред. То есть где-то он очень большой, где-то маленький, но в среднем он средний. Поэтому на большом количестве сделок будет все нивелироваться к среднему спреду. Тем более наша стратегия, она много-много-много прибыльных небольших сделок, им как бы мало, но больших убытков. И когда мы вылезаем по сделке спредом при расширении, спред расширяется брокером, а мы оптимизировали при 15, а спред по факту 30. И мы совершаем все равно сделку, и она хуже становится. А в общем-то, тут на большом количестве сделок это нивелируется, потому что все приходится на долю прибыльных сделок, по сути. То есть какие-то прибыльные сделки меньше становятся за счет спреда, а какие-то, наоборот, больше за счет спреда. Вот. И мы как бы нивелируем все. Но увеличим, когда мощности компьютеров, когда дешевле станут сервера, которые можно пользоваться мощными, мы обязательно хотя бы одну пару, один таймфрейм попробуем прооптимизировать именно так, по каждому слою спреда. И я убежден, что это может дать еще большую точность. Я уже говорил, по-моему, в каком-то интервью, что у меня на 30 лет вперед расписано, что я буду делать и как я буду развивать вот всю эту технологию торговли и управления. То, что сейчас невозможно реализовать просто. Слишком медленный компьютер. Вопрос теперь от Алексея, партнера. Значит, почему на первых памп-счетах FinTrader 1 и FinTrader 2 не было убыточной сделки от 5 декабря 2018 года по доллару франку? Есть мнение, что именно на этих памп-счетах Станислав держит свои деньги, поэтому тут не было убыточной сделки по франку. Вот. Ну и вообще вопрос, содержит ли Станислав свои деньги на каком-либо памп-счете? Их у нас сегодня 23. Или только на личных торговых счетах Станислав держит сегодня свои деньги? Нет, только на памп-счетах. Если зайдете, вы увидите капитал управляющий. Это же открытая информация. Капитал управляющий. У тебя же есть личные торговые счета, два штуки, там твои личные деньги, что же? Ну, вообще, все, что касается наших торговых счетов, это мои личные деньги. Вообще, все деньги, которые я и партнерам перевожу, это все мои личные деньги. И на торговых счетах, и на памп-счетах. То есть, ты, получается, деньги хранишь, ну, деньги с твоей работают и на личных торговых счетах, это два счета, которые мы видим, ну, как минимум два, может быть, их и больше, но мы видим только два. И у тебя деньги также работают на всех остальных памп-счетах, 23. Ну, конечно, там же на каждом памп-счете обязательно капитал управляющий нужно заводить. Кроме того, мы сейчас разработали, ну, как разработали, я дал задачу нашей команде, чтобы мы держали уровень наших собственных инвестиций в наш инвестфонд на каком-то определенном уровне от общих сумм, от общих денег. В общем, мы сейчас думаем, ну, то есть мы будем постоянно наращивать не только за счет прибыли от робота, но и постоянно доливаться своими средствами для того, чтобы был какой-то определенный процент. И это тоже будет все потом в разделе статистика, там будут мониторинги и статистика не только по всем памп-счетам, но и по нашим собственным личным средствам, их общий объем показан. Поэтому ответ на вопрос, да, конечно, свои средства вкладываю. Вот, по поводу вопроса, ну, на первых двух памп-счетах действительно там больше всего средств вложено, почему не было убыточных сделок именно на этих памп-счетах? То есть мы так сэкономили, ну, как сказать, оберегли свои средства, и мы роботу запретили там открывать сделки. Нет, конечно же, не из-за этого. Причина в размерах. Мы как раз в размерах памп-счетов и в маржинальных требованиях, и в ограничении плеча по поводу этих маржинальных требований. Первые два памп-счета, они самые большие по деньгам. Потому что они были первые, они самые большие. Другие памп-счета, ну там такая градация. Первый счет, второй, и там поменьше, поменьше и так далее. Почему? Ну, сразу, наверное, здесь отвечу на вопросы, потому что многие партнеры задавали и клиенты, почему сделки не открываются. Это как бы причина в слишком быстром росте количества денег на памп-счетах. У компании Alpari, у любого брокера есть ограничение по плечам в зависимости от лота. При лоте от 50 до 70 лотов плечо 1 к 500. При от 70 до 120 лотов 1 к 300 и так далее. Там, при 120 лотах и более плечо 1 к 25 становится. Если посмотреть на формулу маржинальных требований, то получается, чем больше количество лотов в сделке, тем нужно иметь больше денег на счете для обеспечения этой позиции, потому что плечо снижается. С 1 к 500 плечо снижается до 1 к 25, получается, снижается в 20 раз. Следовательно, маржинальные требования повышаются в 20 раз. Поэтому, когда счет, памп-счет небольшой, мы прекрасно открываем сделки, и они проходят по маржинальным требованиям. Как только денег инвесторов стало очень много, слишком много, я сказал,
мы не успели за этой ситуацией, не успели ее прочитать, мы за месяц удвоились. То есть очень много задач, плюс я занимаюсь роботом, но ну, не успели это буквально, не знаю, несколько дней быстро среагировать, но среагировали, увидели эту причину, сейчас обсуждаем с брокером пути решения. То есть, ну, грубо говоря, большой памп-счет, вот первые два памп-счета, они большие, больше, значительно больше, чем другие. И, ну, допустим, памп-счет 350 тысяч долларов, а нам нужно открыть, например, 450 лотов сделку. Если бы мы рассчитывали при плече 1 к 500, то мы бы прошли по маржинальным требованиям, сделка бы открылась, и все было бы отлично. Но при маржинальных требованиях и плече 1 к 25 нам нужно иметь на собственном счете уже где-то 1,5 миллиона долларов для того, чтобы открыть позицию на 450 лотов. А у нас всего 350 тысяч долларов на счете, а не 1,5 миллиона долларов. Поэтому брокер не открывает сделку не потому, что он плохой или что-то. Это заранее известное правило. Ну, как бы они на сайте Альпари написаны, и это у всех брокеров такое есть. То есть суть-то в чем? В ситуации. Чем большее количество денег, тем на любой бирже их увеличивать становится труднее. Ну, то есть $1,000 увеличить проще, чем $1,000,000. Понимаешь? Ну, это как бы здравый смысл. Из-за ликвидности, в основном из-за ликвидности, то, что у тебя много денег с большими плечами. Ну, представь, например, у нас выросло количество инвесторов там, до 3 миллионов долларов. И если бы нам оставили плечо 1 к 500, то это, представь, какие позиции мы могли бы открывать, а нас вывели на межбанк. И в моменте открытия одной сделки таких больших объемов, ну, например, у контрагента нету, у европейского банка. И вот тут нужно, это то, что я говорю, это мое предположение. Сейчас мы решаем с Альпари, как мы дальше будем расти. То есть нам нужно дальше расти. Мы выросли до 3 миллионов долларов, и по их правилам, которые для всех работают все 20 лет, вот плечо 1,25 стало. И вот нам, мы сейчас решаем вопрос, то есть что нам делать, если мы хотим за следующий год привлечь 100 миллионов долларов. То есть мы привлекли 3 миллиона долларов, и сейчас у нас мы уперлись в эти маржинальные требования. Либо мы понижаем риск на сделку, что уменьшит лотность и что уменьшит максимальные просадки, но и среднюю прибыль в будущем. Ну, кстати, что и сделает более спокойным для инвесторов инвестирование. Но это будет и меньше прибыли, но меньше рисков и прочее. Либо у нас такой путь, либо, но он не решает все равно проблему. Либо заключили какой-то договор особый, чтобы там мы могли при очень больших суммах инвестиционного счета совершать сделки с большими лотами. Вот эти переговоры прямо сейчас ведутся, то есть активно. Я думаю, что до Нового года мы будем знать уже ответы, ну, вот, ну или там после Нового года. То есть пока еще неизвестно, какой у них процесс принятия решений. Что еще можно сделать, раз уж я начал отвечать на этот вопрос по этой ситуации? Ограничение на открытие большого количества лотов идет на одну сделку по маржинальным требованиям. Но одновременно в рынке, по правилам Альпари, ну это у всех брокеров так примерно, до 500 сделок может быть. То есть мы сейчас изменили робот, и сейчас будем тестировать его на реальном счете, если все хорошо, потом на один памп-счет поставим, потом, если все хорошо, то на остальные. Он будет открывать вместо одной большой сделки несколько маленьких. То есть в условиях... Одновременно получается, да? До один момент. Ну, там задержки будут, он посылает одну, потом сразу же вторую на сервер торговых брокеров. То есть, грубо говоря, не 450 лотов одна сделка, которая не проходит по маржинальным требованиям, а, допустим, 10 сделок по 45 лотов, которые проходят по маржинальным требованиям. Мне, конечно, интересно, вот как бы странная система. Реально же мы можем открыть много сделок, и то же самое получится в итоге. Но, видимо, ну, такие правила системы функционирования, работы с контрагентами и так далее. Ну, я еще не знаю всей ситуации, мы сейчас это как раз выясняем. Столкнулись с очередным потолком, рассматриваем его сейчас подробно и будем решать дальше. Вот, то есть советник будет открывать много сделок. И, следовательно, там же советник послал сделку, брокер ее обработал, он посылает следующую. Ведь это тоже не мгновенно, хотя и быстро. И между сделками возможны какие-то задержки. Я не знаю, мы еще не пробовали, мы это сейчас тестировать будем. Могут между каждой частью сделки, вот на 45 открыли, еще посылаем, например, могут быть задержки, ну типа, я не знаю из-за чего. То есть мы это все узнаем. У нас сейчас очень подробный вывод в лог-файлы создан, очень подробно, я уже говорил об этом, по-моему, или в чатах где-то. То есть мы будем каждый миллиметр знать, что происходит внутри советника и за его пределами при взаимодействии с брокером. И точно будем знать причины. А возможны задержки, я еще не знаю, может, их и не будет между сделками. Потом дальше, если будут задержки, то значит цена входа у разных сделок дробных будет не одна.
Ну, то есть сейчас же у нас сделка открывается вся большим лотом по одной цене. А при раздроблении это значит, может, сделки будут хуже открываться по худшей цене, а может быть и по лучшей. То есть я думаю, что, вот исходя из моего понимания рынка, что это как со средним спредом будет. То есть в целом это будет нормально. То есть много сделочек открываются где-то в одной зоне. Не по одной цене, а где-то в одной зоне. Вот. И закрываются тоже. У каждой сделки свой тейк-профит, и советник сопровождает все эти сделки. Но там дальше, мы это уже сделали, этот советник, сейчас мы будем тестировать, но там нужно смотреть, если мы будем проходить по, то есть нормальные результаты будут, не сильно отличающиеся вот по множеству сделок, и когда мы одну сделку большим лотом открываем, по результату, если будет все нормально, все, мы это масштабируем на все PAM-счета, сначала проверим. Но и дальше же инвестфонд будет расти, и количество этих сделок будет все больше и больше, а максимальное количество сделок 500 в рынке. И могут 500, быть... 500 сделок это по одному счету или как? Да, по одному счету. Угу. Вот, по правилам. В общем, в любом случае, следующий потолок сразу же виден. То есть мы всегда от потолка к потолку идем, к нему приходим к какой-то проблеме, ограничению, ее рассматриваем, понимаем, как можно решать, и решаем, идем до следующего потолка. Потому что часто увидеть потолок издалека, заранее просчитать все моменты, это невозможно. Ну, шахматисты, они что, по-моему, хороший уровень шахматиста 3-5 ходов просчитывают, гроссмейстеры до 12. Но у них же доска какая? 8 на 8 и 48 фигур. Или сколько? 16, 32 фигуры всего. Представь, и они считают всего на 3-5 шагов. Ну, гроссмейстеры 12, а жизнь... И ситуация в бизнесе, вот, например, эта ситуация, это же не на 8 на 8 клеточек. Поэтому человеческий мозг, ну, не способен прогнозировать так далеко. Поэтому мы идем. Я объясняю, почему мы заранее это не предвидели. Потому что невозможно это предвидеть. Это нужно сталкиваться. Ведь я занимаюсь текущими задачами очень много чем. Поэтому мы нужно столкнуться с чем-то, чтобы понять это. Вот. Поэтому вот такой процесс идет. Это вот подробный ответ. Ну, понятно. В общем, сделок не было на первых двух PAM-счетах именно из-за маржинальных требований брокера, грубо говоря. То есть сделки просто не прошли по этой причине. Да, и тут виноват не брокер, это его маржинальные требования. Это нормальные маржинальные требования у всех брокеров в мире. Все брокеры при большом количестве, при больших счетах увеличивают маржинальные требования. Это нормальная практика. То есть тут не брокер виноват. То есть причина из-за этого, но это неплохо. То есть это факт. Мы сейчас работаем над тем, как сделать так, чтобы улучшить эти условия. То есть обсуждаем цель пари с руководством. Я понимаю, что я отвечаю очень подробно. Я и стараюсь, ну, если ты заметил, ну, я думаю, заметил, и зрители заметили, подробно отвечать. Почему? Потому что вот это видео, которое мы с тобой записываем, оно же останется. И люди, которые хотят услышать глубинные причинно-следственные связи, они просто из-за маржинальных требований. И потом думай, что хочешь, да? Поэтому я выговариваю все, что есть на текущий момент, для того, чтобы это сохранилось. Хорошо, благодарю за ответ. Едем дальше. Следующий вопрос у нас идет от Василия, партнера. И все же интересен сам подход. Создать счета с вариациями различных валютных пар. То есть не один, как у нас сейчас, а один набор валютных пар, да, и множество PAM-счетов, там 23 штуки. Вот. Он предлагает создать разные PAM-счета с разными валютными парами. Ну и вообще, вопрос первый от него. Рассматривает ли данную перспективу Станислав? Есть ли у вас в планах такое будущее? Если будет выбор, это разве плохо? Таким образом, вопрос решается сам собой. Не нравится пара, переходим на другой счет. Кстати, вот эту тему он поднял по поводу, там, как раз была в декабре просадка по франку, да? И опять была паника в плане того, что, франк такой плохой, давайте его уберем из портфеля. Вот, я ему объяснял то, что, ну, ребят, это как дежавю. У нас в мае месяце, по-моему, по иене, что ли, была просадка. Тогда тоже была паника о том, что, ребята, что эта иена делает в портфеле, давайте ее уберем. Вот, ну, и я так понимаю, что регулярно партнеры сталкиваются с такой проблемой, что когда они заходят и видят серию убыточных сделок по той или иной паре, и они приходят к выводу, что, блин, эта пара плохая, ее нужно убрать из этого портфеля, что она здесь делает, давайте лучше переведем наши деньги на тот PAM-счет, где не будет этой валютной пары. Это временно так. Я думаю, что если эти партнеры остаются инвесторами, еще год-два поработают, они увидят, что и эта пара как бы даст хороший профит. Но вот возникают такие желания у многих партнеров временно перескочить на другой PAM-счет, где вот нет вот этой плохой валютной пары, которая вот в этом месяце дала там ощутимый минус. Вот, ну, давай пока два вопроса. То есть первый,
вам счета с разными вопросами, с разными парами, с настройками, ну и рассматривать ли эту перспективу вообще. Вот мне так интересно, на самом деле, я даже вот обучаюсь, ну, я внутри своего вот этого бизнеса, инвестиций, обучаюсь мышлению, и мы там изучаем в этой Академии смысла ошибки мышления, которые я за собой замечаю, что раньше их совершал, и просто вот представь, это как матрица. Вот ты как бы живешь, думаешь определенным образом и не понимаешь, что ты совершаешь просто ошибки в мышлении. Вот, и это потрясающе, когда ты понимаешь, что их столько много, этих ошибок в мышлении, просто ты мыслишь с ошибкой. Это как нас писать без ошибок учат, нас вести себя учат правильно в обществе, а думать без ошибок никто не учит. Вот, ну, есть сейчас вот это высшее образование по мышлению. Суть в чем? Будущее, вот ошибка в чем мышление вот подобного подхода? Ты хочешь с одной пары перейти на другую, а ты что, будущее знаешь? То есть человек предполагает, что где-то будет лучше в будущем. Откуда ты знаешь, что эта пара, которая сейчас просадку дала, она в будущем не будет лучше, чем те, куда ты перейдешь? Ты что, знаешь будущее? Ну, как бы, или там инвесторы, вы разве знаете будущее? То есть ошибка в этом. И еще ошибка в том, что человек не принял страх и риски как норму в инвестициях, и он пытается найти выход. Это не выход. То есть делать... Я понимаю, о чем говорит инвестор и партнер, что много портфелей с разными комбинациями пар. Если одна в просадке, мы пересаживаемся на другую. Наоборот, если просадка появилась, здесь надо оставаться по статистике. То есть, понимаешь? Он здесь также делает ссылку на то, что вот когда у нас были торговые счета, еще там до июня 2018 года, то есть у каждого инвестора была возможность настроить данный торговый счет под себя, со своими параметрами, и, в общем-то, крути-верти, как хочешь, вся ответственность на тебя, и какие пары хочешь добавлять, какие хочешь убирать, и как бы, ну, он считает, что многим это нравилось. Я не могу сказать, нравилось или нет, но вот была такая возможность раньше, он как бы хочет что-то подобное, чтобы было. Вот тут суть в чем? Если есть какая-то идея или какой-то расчет точный, который реально улучшит портфель, то не надо жалеть и поделитесь с нами. То есть, если у конкретного инвестора, который работал с торговыми роботами нашими, у него есть реально какая-то методика, как можно прогнозировать эти просадки будущие, либо отбирать пары, которые не очень хорошие, поделитесь с нами. Мы это реализуем, если это статистически обосновано. Кроме того, о чем я говорил в начале, новый метод оптимизации, он позволит очень повысить точность, невероятно. Поэтому, если мы где-то совершали ошибки, используя старый метод оптимизации, ну, который все используют, неплохой метод, а, может быть, менее точный, чем тот, который известен нам сейчас, то новый метод, он не оставит ни одну валютную пару, ни один таймфрейм, ни один набор параметров вот в этом файле TradeData, который не будет эффективен в будущем. Вот сейчас пришла мысль, что мы получаем, используя новый метод оптимизации. Мы получаем увеличение прогнозной составляющей каждого набора параметров в наших файлах TradeData. Увеличение реальной прогнозной составляющей. То есть она сейчас есть, есть хорошая прогнозная составляющая, но она будет лучше. Я даже смогу позже сказать цифру, насколько лучше, когда мы все посчитаем. Нет смысла делать разные портфели. Есть смысл сделать один портфель на 15 валютных пар, и все. То есть инвестировал и пошел заниматься своей жизнью. Жить надо. Ходить на улицу, гулять, заниматься спортом, с девочками встречаться, с юношами знакомиться там для девушек. Жить надо. Не надо сидеть и трястись и бояться. Вы должны трястись и думать, когда вы выбираете проект для инвестиций. Вот тогда вы должны думать, расчеты требовать, просчитывать все. Но если вы уже выбрали, ну дайте возможность, пусть инвестиции будут там год, два, три, потом посмотрите. Если вы неправильно рассчитали свой поступок, инвестировали сами не туда, по незнанию, и хотите, чтобы вам было не страшно, а как? У вас, с одной стороны, вы ни черта не знаете, вы ничего не просчитали, вы не нашли никаких доказательств по поводу инвестпроекта, а с другой стороны, вы не хотите бояться. Как это возможно? То есть, это ошибка в мышлении, то есть, просто ошибка в мышлении. Поэтому ответ... Нет в этом смысла никакого. Есть смысл в диверсификации, к чему мы идем. 15 валютных пар, 2 таймфрейма, возможно, 3 таймфрейма. Вот. Ну и решение технических системных задач с брокером по увеличению ликвидности, уменьшению маржинальных требований, ну и так далее. То есть что мы и делаем. То есть вариант создания разных PAM-счетов с разными валютными парами вы пока не рассматриваете? Да, потому что это не имеет никакого смысла. Зачем? Хорошо.
Вот пусть вот инвестор, или который, и люди, кто так думает, покрутит у себя в голове. Вот у вас есть, например, 15 валютных пар, и это 15 разных PAM-счетов, куда можно инвестировать. Или есть один PAM-счет, где одновременно эти 15 валютных пар торгуют. С учетом того, что вы не знаете будущего, как каждая валютная пара в отдельности будет себя вести в будущем. Куда лучше инвестировать с точки зрения диверсификации торгового риска? Покрутите эти факты в голове. Наверное, станет очевидно, что с учетом того, что вы не знаете будущего, нужно инвестировать туда, где за счет диверсификации пары будут компенсировать свои движения. То есть уменьшать будут волатильность по счету, а не в какие-то отдельные пары. Это же нужно просто почитать, поизучать теорию инвестирования, где есть обозначение, что такое диверсификация и зачем она сделана. То есть человек говорит, я хочу в разные вкладывать деньги и перемещать из одной корзины в другую, но всегда держать в одной корзине. А мы говорим, зачем тебе это, сразу во все корзины распредели по чуть-чуть, которые мы хорошо рассчитаем. То есть это просто такое невежество, что неплохо. Ну, мы все чего-то не знаем. Просто нужно увеличивать компетентность свою в инвестициях, в частности. Хорошо, понял. Ответ понятен. Идем дальше. Следующий вопрос от кого непонятно, но, в общем-то, вопрос по рассинхронизации. Почему на PAM-счетах сделки открываются и закрываются не одинаково? Почему разное количество сделок на PAM-счетах? И если у них у всех параметры одинаковые, работают у одного брокера, и, в общем-то, все настройки там идентичны. Как в дальнейшем вообще руководство намерено решать данную проблему? Сможет ли оно вообще устранить данную проблему? Ну и есть ли какие-то идеи по избавлению от этой проблемы, именно рассинхронизации? Ну, вопрос, в общем-то, мы с тобой уже ответили на него. Я ответил очень-очень подробно в прошлых вопросах. Ну, то есть, если маржинальное требование выше, чем у нас есть денег на счету, сделка не открывается по правилам. То есть, что мы конкретно будем делать? Это открытие вместо одной большой сделки множество маленьких сделок. Второе, это мы будем тестировать способы открытия сделок не только на первом тике, что сейчас реализовано. То есть мы сейчас открываем на первом тике новой свечи, после того, как мы получили торговый сигнал. А мы будем пробовать способ открытия сделок не только на первом тике, но и на втором, на третьем. Посмотрим, насколько сильно будут изменяться цены входа. Если в целом они будут близки к первоначальной цене входа, то это оставим. Кроме того, третье, это, как я уже говорил, мы сделали расширенный лог-файл, который выдает все промежуточные значения вычислений внутри советника, а также отслеживает все, что происходит при общении советника с торговым сервером. То есть это полное отслеживание, мы это вот недавно ввели. То есть у нас было отслеживание, но не такое подробное. Вот. И к чему это приведет? Покажет будущее, но это вот самые вероятные вещи, шаги, которые должны исключить или уменьшить количество несовпадений сделок. Ну вот в предыдущем вопросе, да, где ты подробно на это отвечал, я так понял, что там именно была проблема, почему вот на финтрейдере 1 и 2 там сделок не было, да, на остальных это отрицательная сделка была. Потому что на финтрейдере 1 и 2 большой объем, а на остальных, по счетах, как бы меньше объем лота был, да? Соответственно, меньше. Да, да, да. А у нас же еще бывает так, что между там третьим, четвертым, пятым, шестым, седьмым, как бы между мелкими счетами бывает рассинхронизация. То есть не берем даже в счет первый, второй, отбросим их в сторону, а вот просто там 10 по 20 счет взят, и даже между ними бывает вот эти рассинхронизации. Тут сделка была, тут ее не было. Хотя объем счета как бы одинаковый. Вот здесь проблема тоже маржинальные требования или что-то? Нет, такие рассинхронизации тоже есть. И для того, чтобы выяснить, в чем конкретно причина, как раз и введен подробнейший детальное введение лог-файла. То есть у нас есть несколько вариантов, почему это может быть. Либо какие-то микроразрывы связи интернета, либо какие-то проблемы временные, нормативные с торговыми серверами, либо что-то внутри расчетов терминала. Получается, что на текущий момент вы точно сами не знаете причину, почему эта рассинхронизация происходит, и пытаетесь еще найти эту причину путем введения вот этих подробнейших лог-файлов, так? Ну, более корректно так, что у нас есть несколько причин, и причина одна из них.
То есть вы предполагали, что что-то вот из этого. Да, да. И для того, чтобы точно понять, мы ввели расширенный лог-файл и будем знать точно. То есть есть такой процент сделок, который не совершается из одной из, например, четырех причин. Но какая из них, нам нужно это отследить. Угу, понятно. Ну, например, я думаю, в течение там нескольких месяцев вы это поймете, я думаю, да? Да, мы это поймем, мы сделаем пост на блоге для партнеров, для клиентов. Но это то же самое, например, разрыв соединения в интернете, да? Например, мы с тобой общаемся, и сейчас там какой-то разрыв был, и, ну, вообще, с кем-то общаешься, с другом, раз – разрыв. То же самое, на одном сервере ты интернет прыгнул, скаканул кратковременно, а на другом нет. Ну, вот и все. Или заявка торговая от брокера, вернее, от нас брокеру, по одному ПАМ-счету прошла в каком-то первостепенном потоке сделок, а вторая встала в очередь куда-то, там накопилось сделок очень много от других торговых счетов, я не знаю, как у них это организовано, мы это выясняем, и она встала куда-то в очередь дальше. Прошло время, и уже первый тик, пришел второй тик уже. То есть мы открываем сейчас на первом тике. А пришел уже второй тик, а мы не успели за один тик открыться. На одном счете успели, а на втором нет. Понимаешь? И вот есть несколько вариантов причин, почему мы это делаем. Наш советник сейчас на втором тике не пытается открыться. Потому что когда мы торговали раньше, и на торговых счетах, и на ПАМ-счетах, проблемы такой не было. То есть мы одного тика вот так хватало. Потому что мы и оптимизировали. Друзья, все. Один тик – это что у нас? Поясни, пожалуйста. Вот у нас есть тиковый график и минутный mm-hmm. график, знаешь? Mm-hmm. Вот, минутный график, понятно, там, за минутку. А вот минутный график на основе каких графиков строится? На основе тиковых. Ну, как бы, знаешь, вот эта красная линия, которая вот так прыгает? Mm-hmm. Да-да, видел. В терминале. Это есть тики. То есть цена же, она меняется вот так вот. Вверх, вниз, вверх, вниз. Вот это вот тик. Между тиками может проходить несколько секунд, а может несколько мгновений, доль секунд, понимаешь? Если то котировки... есть тики тоже бывают разные, получается, по продолжительности, да? По продолжительности между ними, да. И количество заявок на какой-то конкретный торговый сервер от всех клиентов, кто на этом торговом сервере торгует, в разное время тоже может быть разное. И, например, если количество времени между тиками сокращается сильно, а количество заявок увеличивается, то торговые сервера могут, это гипотеза, и мы сейчас выясняем, могут не так быстро обрабатывать заявки. То есть тоже быстро в течение секунды, но этого уже мало. То есть этого уже недостаточно. Потому что советник терминал получает второй тик, видит, что уже второй тик, а не первый после сигнала, и уже не предпринимает попытки открыть. Как я говорил, что раньше этого хватало. Вот. Но это одна из причин. Мы не знаем, точно ли это. Поэтому у нас есть список причин, точно, стопудово, как это говорится, причина вот в этом. Но что именно, мы это выясним с помощью лог-файлов. Понял, спасибо за ответ. Идем дальше. Следующий вопрос от Виктора. Это предложение больше, а не вопрос. Как избавиться можно от рассинхронизации? Вместо 20 копий робота на каждом счете подключить все 20 счетов к одному роботу и запрограммировать его так, чтобы он сразу и запускал все сделки на всех счетах. То есть запускаем один ПАМ-счет, либо торговый счет, да, и при помощи копера копируем эти сделки на другие ПАМ-счета типа, одновременно. Вот такой вариант вообще решения данной проблемы рассматривали, не рассматривали, а имеет он место быть или не имеет. Ну, как я уже сейчас перечислил, что технические причины того, что сделки не совпадают на одинаковых ПАМ-счетах одинакового размера, они связаны с тем, что с одного счета, не с одного. Мы же на одном на разных счетах, у нас же советник один и тот же, котировки одни и те же, терминалы одни и те же. Это даже лучше, чем копер. Копер может еще задержку свою приплюсовывать, понимаешь? То есть ему надо здесь сигнал взять и распространить через интернет, по сути, на другие сервера, эти сделки, то есть это худший вариант, чем сейчас. То есть мы добавляем дополнительный пинг от копера. Плюс копир – это что-то, что мы покупаем, берем что-то чужое программное обеспечение и допускаем чужое программное обеспечение на деньги клиентов. Мы на это никогда не пойдем. Если бы мы когда-то и делали копер, то только написанный собственными усилиями, но мы не будем это делать. Это дополнительный пинг. И, ну, повторюсь, причины, они связаны не с этим. Ну, например, причина то, что между тиками время маленькое, а количество заявок от всех торговых счетов наших и других тысяч клиентов становится именно в этот тик очень большим. Как копер это решит? Никак. То есть, нет, копер это не решение, это только ухудшит. Это гарантированно только ухудшит ситуацию за счет дополнительного пинга между сигналом
и рассылка этой сигналов на другие сервера. Ну, в общем, даже тестировать не будете. Даже тестировать не будем, но это просто очевидно. То есть, если не очевидно, задай еще какой-нибудь уточняющий вопрос. Для нас это очевидно, но я объяснил то, что копер дает дополнительный пинг. То есть мы будем в итоге с копером, может быть, еще больше пропусков сделок иметь, и еще больше. Вопрос следующий идет от Татьяны, такого содержания. Вопрос от чайника: снижается ли производительность либо прибыльность робота от количества счетов? Если да, то есть ли смысл ограничить это количество? То есть если фонд будет создавать еще большее количество PAM-счетов, то будет ли падать доходность данного инструмента? Нет. Вот количество PAM-счетов – это, наверное, единственный ответ, который будет короткий. От количества PAM-счетов производительность робота никак не зависит. Абсолютно. И доходность не уменьшится? Она не изменится, да. То есть причины, которые влияют на доходность, на количество сделок, они не связаны с количеством PAM-счетов вообще никак. А то, что вот есть мнение о том, что вот когда какой-то стратегия начинает пользоваться большое количество людей, то эта стратегия перестает работать и т.д. и т.п. Вот это как имеет место быть, нет? Но это имеет место быть, когда у нас будет, несколько сотен миллионов долларов. И то я не могу сказать, либо это миллиарды долларов должны быть, либо сотни миллионов долларов. Это же зависит вообще, то, что стратегия, это, конечно, смешно мне сейчас, потому что как бы такая мысль у меня лет 10 назад тоже была, а когда сейчас я уже внутри нахожусь, я понимаю, что это как бы просто такой миф распространенный. Чтобы торговая стратегия перестала работать из-за ее распространения, это нужно невероятное распространение этой торговой стратегии по всему миру, по всем банковским системам, а не по какому-то просто брокеру одному или нескольких, не по физическим лицам, таким как мы, ты и я, и наши клиенты, партнеры. То есть это должно быть фундаментальное проникновение стратегии везде. И я сомневаюсь, что крупнейшие банки не знают про стратегию торговли по тренду с отката. Проблема стратегическая, не проблема, а, наверное, особенность, скорее всего, будет лежать 100% будет лежать в том, чтобы стратегия продолжила работать при увеличении размера инвестиционного фонда. Вот эту задачу нужно решать, и мы будем ее решать. То есть будет ли хватать достаточно ликвидности у контрагентов-брокеров для того, чтобы перекрывать все наши лоты необходимые? Будет ли хватать этой ликвидности, сможем ли мы по выгодным ценам заключать сделки? Сейчас мы по одной цене, по сути, открыли, и отлично. А дальше это будет множество сделок. Цена идет вниз, и вот мы покупаем, потому что по одной цене не сможем купить, нет ликвидности в данное мгновение, грубо говоря, у контрагента-брокера. Вот это стратегическая задача, сложная и интересная, которую нужно решать, в том числе и созданием торговых роботов по принципиально другим стратегиям, с учетом вот той реальности, которую мы получим по ликвидности. А то, что вот это вот миф, что стратегия перестанет работать, нет. Нам далеко, в общем, до этого, да? Это далеко, и вряд ли, может быть, при нашей жизни это когда-то будет. Тем более, эта стратегия, она известна, она не является чем-то ноу-хау. Это торговля по тренду с отката. Все, на всех биржах мира, одна из стратегий у них все равно торговля по тренду с отката. Просто наша реализация и расчет рисков, наша оптимизация, то есть технология проработки стратегии у нас уникальная, а сама стратегия, она известна, по ней все торгуют, и она работает. Хорошо, спасибо за ответ, идем дальше. Вопрос от Виктора. Зачем убрали с сайта отзывы клиентов? Ведь это всегда положительный момент для проекта. Вернем. Кстати, я заметил, да, оно, по-моему, где-то внутри личного кабинета у вас сейчас эти отзывы спрятаны, а раньше были снаружи на первой странице, да, вроде бы так. Да, вернем. Или сейчас вы вообще их убрали? Нет, отзывы никуда не удалили, их просто, может быть, скрыли. Я сам вышел из операционного управления, то есть я проектировщик, я даю задачи, слушаю партнеров, клиентов и проектирую, как должно быть. Потом даю задачи команде, команда уже делает, а потом проверяю KPI уже, результат. Вот. Тут причина, что просто мы меняем личный кабинет, слушаем партнеров, смотрим, что должно быть внутри для быстрой работы. Возможно, просто временно при обновлении какого-то функционала этот блок просто отключили, временно его отображение. Ничего страшного, это вернем. Хорошо, идем дальше. Вопрос от Романа. Павел, задай, пожалуйста, следующий вопрос. Так как практически все брокеры на РФ не выводят деньги на реальную биржу,
и все сделки закрываются внутри компании, в нашем случае Альпари, не возникнет ли конфликта интересов между личным банком и Альпари, когда инвесторы будут выводить свою прибыль? Учитывая то, что Станислав не собирается сливать деньги инвесторов, для Альпари он будет не компаньоном, а конкурентом. Особенно со временем, когда молва о личном банке и его беспроигрышной стратегии будет все больше расходиться. Если Альпари использует два варианта, А-бук и Б-бук, то бишь выводит деньги на межбанк, либо не выводит, насколько безопасны наши счета у Станислава Чувашова, не получится ли так, что, используя кухню, то есть модель Б-бук, Альпари начнет ставить роботу Станислава Чувашова палки в колеса, и мы все сольемся по вине брокера, которую, конечно же, он не признает. Скажет, мол, технические сбои, извините, ребята, мы тут ни при чем, это не наша вина и так далее. Мне вопрос этот порадовал, потому что тут прозвучало, что человек уже говорит, ну, наконец-то люди уже получили убеждение, что Станислав-то ведь не собирается сливать все деньги, ну, хоть это. Потому что раньше вопросы были и другого характера и так далее. Но это опять... Сначала бочку на Станислава катили, теперь уже на брокера. Теперь вроде все, Чувашов вроде доказал, что не собирается сливать, теперь за брокера взялись. Но это опять ошибки просто в самом мышлении. Как бы, это знаешь, докажи, что ты не верблюд. Ну, я не верблюд, видно же вроде, но, а докажи. Тут ответ такой, а ты докажи, что я верблюд. Ну, докажи. Это то же самое. Где доказательство того, что сделки не выводятся на межбанк? У Альпари, например, на сайте есть полное описание их ESN-технологии. Вы можете позвонить в Альпари и спросить, где доказательство того, что вы выводите сделки на межбанк? Вот я инвестор, вот у меня $1 000 000, хочу инвестировать. Они вам все расскажут, все доказательства дадут. То есть вот этот ответ. Докажите, что где доказательства, что они не выводят. Понятно, что если у вас $100, никто ваши $100 выводить не будет. То есть это вот модель А-бук, Б-бук. То есть все брокеры в мире, кто дает возможность вам, уважаемые клиенты, и вообще и нам, торговать $100, $200, $500, это по-любому будет агрегация внутри компании. Но эти риски они все равно перекрывают на межбанке. А вот ESN-технологии, по которой сейчас PAM счета работают, они напрямую перекрываются на межбанке. Тут ответа не может быть, потому что нет доказательств того. Вот у меня лично, у меня нет доказательств того, что Альпари не выводит в итоге свои общие позиции либо наши конкретные позиции на межбанк. У меня доказательств нет. То есть сделки проходят по той цене, по которой должны проходить. Если они не проходят, есть конкретные причины, почему они не проходят, и мы видим, что эти причины есть. Вот мы ввели сейчас вот это логирование. Это логирование позволит прямо вот просто до миллиметра знать каждую причину, что произошло и почему. Я, кстати, звонил в Альпари на днях. Угу. Я, точнее, сначала списывался в чате с ними. Вот, а потом звонил лично менеджером, разговаривал, говорю, ребята, ну вот я трейдер, у меня есть ESN счета, у меня есть стандартные счета, я на них торгую вручную, как я могу проверить, выводите ли вы мои сделки на межбанк? Они говорят, ну вот на нашем сайте есть в разделе модель бизнеса, модель компании, описание, как мы работаем. Я говорю, ну да, там написано, что типа счета типа стандарт вы как бы не выводите на межбанк, либо частично, а ESN как бы выводите. Вот. Ну, доказать как-то можете, подтвердить о том, что вы вводите? Они говорят о том, что нет, эта информация конфиденциальна. Mm-hmm. То есть я несколько раз переспрашивал как-то, ну, вообще как-то можно ли проверить где-то как-то. Нет, мы не разглашаем своих поставщиков ликвидности, нет, мы не можем вам дать больше той информации, которая написана на сайте, и проверить вы это никак не можете. То есть нам остается, получается, только верить в то, что они исполняют то, что написали на своем сайте, то, что так... Но проверить, как они сказали, вы никак не сможете. Ну, вот такая у них модель бизнеса. С такой моделью они работают уже 20 лет. Ну, проверить, наверное, можно будет, если у тебя действительно будут большие-большие активы. И, ну, например, может быть, действительно они не могут раскрывать своих поставщиков ликвидности. Ну, как бы да, я на эту тему думал. С одной стороны, да, они имеют право, это их бизнес, имеет право как на долю какой-то конфиденциальности, которую не хотят разглашать. Как ты, разрабатываешь робота, да, не хочешь, чтобы вот это знали. В общем-то, они имеют право не разглашать этот момент. И поэтому, ну, как ты сказал, что у нас нет доказательств того, что они не выводят, и у нас нет доказательств того, что они их выводят. Это как, знаешь, Бог есть,
как бы, есть ли Бог? Вроде нет доказательств подтверждающих и нет доказательств опровергающих, да? И остается только верить. Я в этом случае могу только на собственный опыт полагаться. Вот с 2013 года, когда мы активно роботами стали заниматься, у нас не возникало проблем ни с вводом, ни с выводом денег, ни со сделками. То есть, если сейчас сделки не открываются, есть причина, это маржинальные требования, они заранее были известны. Просто мы не просчитали, что мы так быстро вырастем. Но там лаг между тем, как мы выросли, и когда мы это заметили, там несколько недель, там 3 недели, месяц был. У нас не было проблем. Я задавал вопрос руководителю партнерской программы Альпари Андроник, то есть он всем этим руководит. Когда мы начали расти, вообще вы как? Вы готовы к тому, чтобы мы будем привлекать вам десятки миллионов долларов? Это вообще у вас в интересах или вы для лоу-коста работаете? То есть только вам мелкие счета нужны или вы готовы крупные переваривать? Он убедительно сказал, донес, что это их прямой интерес, что им очень важно, чтобы партнеры привлекали много клиентов с большими средствами. То есть это их цель. И этот вопрос в таком ключе я, в общем-то, мы и разговариваем и сейчас. То есть, по сути, сейчас там несколько миллионов долларов, и маржинальные требования выросли, что мы сделки не можем открывать полным лотом. Ну, у нас есть способ решения, попробуем. Но, тем не менее, дальше, чтобы мы работали без проблем с масштабированием, нам нужны будут какие-то решения. И этот вопрос я еще раз задам. То есть просто вопрос, как бы, он же такой. Вот у нас сейчас, например, там, допустим, 3 миллиона долларов, ну, сейчас где-то 2 с чем-то с просадкой инвесторских активов. Мы за следующий год, ну, вот я говорю, как я буду говорить, да? Сейчас мы работаем, в основном исполнительный директор Владимир Кошелев работает с департаментом Альпари. Если нужно, подключают меня. То есть я тоже веду разговор. Например, вот сейчас вот, например, вот там 2 с чем-то миллиона долларов. И у нас есть сделки, которые не открываются из-за маржинальных требований. Из-за того, что из-за размера, короче. То есть мы либо риск на сделку снижаем, но это не решит проблему, мы все равно вырастем и все равно упремся в эти маржинальные требования, которые всегда были все 20 лет, и у всех брокеров это есть. Да, это все понятно. Но если вы говорите, что вы готовы принимать и переваривать десятки и сотни миллионов долларов, то тогда что мы будем делать, если у нас вот сейчас вот такой факт? То есть если мы привлечем еще 10 миллионов долларов, у нас вообще сделки не будут открываться при таком подходе. Но это с одной сделкой. Если дробное количество сделок решит проблему, ну, отлично. Мы это как бы тоже все сначала проанализируем, и пост на блоге будет. То есть вот такой разговор, причинно-следственных связей мы постоянно ведем, и я еще буду вести, но это постоянный вопрос. То есть Альпари вместе с нами будут расширяться, улучшаться, изменять условия для крупных клиентов. Возможно, у них уже есть все необходимое для крупных клиентов, просто они нам еще не предлагали. Может, мы недостаточно крупные. Может, для них крупные это там 30 миллионов долларов сразу, а у нас всего там 2,5. Вот. Поэтому вот этот опыт могу передать, то, что я так разговаривал уже с руководством Альпари, и мне сказали, что они полностью заинтересованы и готовы десятки миллионов долларов принимать и обслуживать. Это их прямые интересы. А то, что по факту будет, мы увидим. В любом случае, наша модель бизнеса, она подразумевает, это прибыль для клиентов. Но если не будет прибыли для клиентов, или с ростом фонда мы будем вынуждены, чтобы укладываться в маржинальные требования, ну, делить сделки понятно, но все равно это приведет к тому, что уменьшать риск на сделку, это будет уменьшать просадку, ну, уменьшать прибыль. То есть можем превратиться, если не удастся договориться, там, фонд, который дает 50% прибыли в год, ну, при просадке 10%. То есть это как бы интересно для инвесторов с очень большими деньгами, да? А уже для маленьких инвесторов будет неинтересно. Это гипотеза, это один из вариантов. Но нам это не очень интересно. Мы хотим работать на все сегменты. Но это вот мои гипотезы, которые мы проверяем, которые мы постепенно решаем, узнаем, как это будет. Вот. Поэтому сейчас все в процессе. У меня тоже нет вот железобетонных доказательств. То есть я не могу привести, что вот Альпари, вот у меня есть скриншоты их дилингового терминала, да, в котором видно вот тут вот, такие-то банки европейские, вот заявки от банков, вот заявки в стакане от клиентов, вот идет удовлетворение этих заявок, вот здесь вот не полностью удовлетворилось, поэтому реквота по времени, задержка. А теперь у банка появились новые заявки, и теперь удовлетворили встречную заявку от клиента. Этого терминала и дилингового я не увижу, я не знаю. Может быть, это действительно очень большая коммерческая тайна все это раскрывать. Но, конечно, я буду просить
и желать узнавать все больше и больше внутренностей, потому что же мы становимся все больше и больше, и это наши ключевые основные партнеры. Понимаешь? Ну да, будет неприятно, когда какие-то сливы были, сделки будут по вине брокера, потому что там он там что-то не так сделал. Как бы, ты тут вроде стараешься стратегию хорошую, робота сделал, тут теперь брокер палки в колеса сует, и будет неприятно. Ну, вообще... Сразу второй вопрос, на него ответь потом. Других вообще рассматриваете, нет, как-то ищете, вообще в этом направлении смотрите, не смотрите, или пока... Ну, отвечу по поводу палки в колеса. В палки в колеса Альпари нам никогда не совали, ну, не вставляли, ни разу такого не было. Я думаю, что у них нет такой задачи и никогда такого не будет. Потому что вот у нас все настроено, что если хоть чуть-чуть какой-то махинации со стороны брокера будет, мы это сразу увидим, понимаешь? Сразу увидим. Мы сразу же к ним вцепимся, позвоним, пообщаемся. Вот это вот что было? Нам нужны причины. То есть не было ни разу, чтобы мы спрашивали, нам не отвечали. Вот что касается каких-то сделок. Все четко прозрачно. То есть по поводу палок в колеса, сливов, это все мифы. Мне присылали партнеры в личку, там, ВКонтакте, в WhatsApp разные истории по поводу сливов. Я там смотрел, и там все фейковое, все нарисованное. Нет доказательств, которые железобетонно показывают, что действительно была вина брокера. Нет доказательств. И у меня на опыте нет доказательств. Вот я делаю вывод, что Альпари – это надежный партнер, с которым можно продолжать делать следующий шаг. Это же как бы в жизнь такая. Мы делаем следующий шаг с теми людьми, с которыми мы можем его сделать. А следующий шаг, с кем и как мы сделаем, хотелось бы тоже с этим же брокером. По поводу других брокеров. У нас же было несколько брокеров, то есть не только Альпари. Но мы пришли к Альпари, потому что они самые отзывчивые в плане изменения внутренних правил, изменения личного кабинета, удобных вещей, технических вещей, например, API, личный кабинет партнера, вот новый кабинет партнеров в Альпари, это благодаря нам сделан. Выгрузка файлов комиссионных там же, тоже благодаря нам. API-интерфейса у них вообще в компании не было, тоже благодаря нам. В PAM-счетах одноразовые инвайт-ссылки появились, тоже благодаря нам. В общем, много что сделано за эти годы вместе. Они идут на это, слышат нас и реализуют. Другие брокеры, вот они как будто бы уши заткнули, глаза закрыли, им по барабану. Либо мы слишком мелкие были, а для Альпари вроде мы и небольшие были вначале, но они слышат. Поэтому мы их оставили. Не то, что мы оставили их, выбрали их как стратегические партнеры. Второе, не было никогда обмана, не было никогда каких-то проблем вот в торговом исполнении. Вот таких, что вот какое-то что-то скрыто, что-то там они мухлюют с нами. Ни разу не было, ни у наших клиентов, ни у нас. Никто нам не присылал, что вот нас обманула Альпари, что вот у нас не исполнили сделки. Всегда все объяснимо. Там либо клиент заблуждается по неграмотности, либо это вот маржинальные требования, либо технические сбои на нашей стороне. Это все объяснимо. Вот. Какие планы? Не хочется, если честно, не хочется увеличивать количество брокеров, потому что это пропорциональное увеличение количества работы и системных рисков. С точки зрения диверсификации это понятно, что хорошо. И в этом плане, да, клево, как бы, ну, это такая идея, да, вот 20 брокеров мировых, везде PAM-счета. Но вот, например, ты же знаешь, Павел, что не у всех брокеров есть PAM-счета. Далеко не у всех, да. Да, у европейских брокеров, у многих вообще технологий PAM-а нету. Знаешь, что не у всех европейских, американских брокеров есть вообще MetaTrader 4. И что робот, если переписывать, то есть мы смотрим в эту сторону, изучаем возможности, но не для того, чтобы перейти туда, а просто понимать, как все устроено. И робот переписывать придется на другом языке программирования в принципе. И много, долго тестировать, что все ли будет так хорошо работать, как работает в Альпари. Мне бы хотелось, чтобы мы вместе с Альпари выросли. То есть, чтобы они смогли переваривать, они, может быть, и сейчас смогут, я не знаю, это все гипотезы пока, чтобы они смогли и сотни миллионов, и миллиарды долларов переваривать, чтобы они вместе с нами выросли. Может быть, мои слова неадекватны, может быть, они намного крупнее, чем я знаю, потому что мы сами еще небольшие. Может быть, это не проблемы, с которыми мы столкнулись, а он так и есть, и у всех так. Может быть, нет такого фонда в мире, в котором несколько миллионов долларов есть, и который бы показывал более 30-50% прибыли годовых. Вот, может быть, нет таких вообще в мире. А именно по причине ликвидности, понимаешь? То есть невозможно большие деньги увеличивать так же хорошо, как маленькие.
Может быть, это опять гипотеза. Поэтому мне бы хотелось, конечно, с Альпари работать дальше, и чтобы мы вместе росли, чтобы они набирали еще больше контрагентов, улучшали условия сделок, также продолжали, как сейчас, слышать нас, менять под нас какие-то вещи, давать нам то, что нужно. По поводу брокеров такое. Если в Альпари цели другие, и мы об этом узнаем, ну, то есть они молодцы, они все хорошо, но вот мы естественным образом растем, а они, у них цели другие, допустим, то тут мы будем вынуждены, конечно же, для того, чтобы поддерживать и развивать бизнес наших партнеров и позволять расти депозитам клиентам, вынуждены будем искать дополнительные площадки. Это неизбежно, но не хочется. И пока нет никаких посылок для того, чтобы это делать. То есть у нас позиция такая, что мы сначала с Альпари вырастем максимально и, надеюсь, вообще всегда только с одним партнером нашим мы будем. То есть не надо менять партнера, нужно вот с ним, наоборот, углубляться. Это как, знаешь, муж и жена. Ну что разводиться, еще новый брак разводиться. Нужно узнавать друг друга, притираться и вместе расти оба, чтобы росли, и вот семья, чтобы была крепче и друг друга знать. Что толку прыгать от одного к другому? Вот мы также хотим. Но понятно, что если накопятся какие-то критические противоречия, мы будем вынуждены искать новых брокеров, конечно. Хорошо, понял ответ, довольно подробный. Думаю, Роман получил ответ на тот вопрос, который задал. Дальше вопрос следующий. Будет ли возможность выбора ПАМ-счета при вложении своих денег? То есть на текущий момент система сама нам подставляет, какой ПАМ-счет нам нужно инвестировать, а будет ли возможность, когда мы можем выбирать, какой ПАМ-счет мы хотим инвестировать? Такая система возможна. То есть сейчас этого нет, ну, вполне возможно, но опять смысла в этом нет. То есть мы стремимся вообще, наша цель – это один ПАМ-счет. То есть мы хотим вообще один ПАМ-счет, чтобы был. И не надо вот эти много ПАМ-счетов. Это просто, ну, мы были вынуждены это сделать, но сейчас я думаю, что надеюсь на то, что мы порешаем с Альпари все эти моменты, и мы вообще слопнемся до одного большого ПАМ-счета. Может быть. Мне больше этого хочется. Зачем инвестировать в разные ПАМ-счета, если мы решим все проблемы? То есть мы все вопросы, все задачи решим, то тогда смысл? В любой инвестирую, везде будет одинаково. Вот. Поэтому будем отталкиваться от ситуации. То есть если все решить грамотно и правильно, смысла в этом не будет. Просто смысла не будет. Вопрос от Виктора. Планируется ли в ближайшее время ПАМ-счета с умеренными, консервативными, ну, с умеренными и консервативными настройками? На текущем, я так понимаю, текущий ПАМ-счета – это агрессивные настройки, он интересуется об умеренных консервативных. Есть в планах или нет в планах такие счета? Мы это планировали, в планах это есть, почему бы и нет, но сейчас приоритеты другие, то есть сейчас мы занимаемся другими вещами. Слишком большое количество ПАМ-счетов уже, если вводить хотя бы еще 3 портфеля, а еще мы хотим разные валюты депозита разных ПАМ-счетов, то это… Ну, в общем, раза в 3 больше, как минимум. 3, да, это увеличится количество ПАМ-счетов. И то есть мы решаем сейчас задачи более приоритетные, чем это. Но да, в будущем мы планируем, чтобы эта возможность была. Хочешь поменьше риск – поменьше, хочешь разную валюту депозита – будешь инвестировать. Просто я же помню прекрасно, что я говорил, что мы это хотим сделать, что это у нас в планах. Но в этом заключается жизнь, что на самом деле, если не совершать ошибку в мышлении, все, что мы можем, это сделать следующий шаг. И вот мы сейчас с тобой здесь находимся, я говорю о веере вариантов, которые возможны, вероятности разные есть. Но мы здесь находимся, мы сделаем следующий шаг, веер может сместиться. Понимаешь, мы вообще, может, вот туда уйдем или вот в другое место. Эта жизнь так устроена, причинно-следственные связи накидываются каждый шаг, каждый день. Вот, поэтому да, эта вероятность на текущий момент 12-12-2018 такая вероятность есть. Почему бы и нет, идея неплохая, но это пока что на текущий момент не приоритетно. Следующий вопрос также от Виктора. Окончательно ли снят вопрос по приветственной страховке? Или это, ну так как это конкуренты, преимущества вообще компании? Ну вообще пересматривается ли данный вопрос или не пересматривается? Нет, мы, по-моему, с тобой подробно отвечали по поводу страховки. Нет, это не пересматривается. То есть убрали страховку и возобновлять ее не планируете? Не планируем. Эта услуга, она работает отлично, была популярна для маленьких счетов. Для больших счетов это было даже барьером, когда человеку нужно заводить несколько десятков тысяч долларов, он видит страховку, на полторы заводит и замораживает на год. Кроме того, сама услуга при масштабировании фонда, она не масштабируема сама.
То есть это нужно раздувать размеры вот этого страхового фонда. Мы не являемся страховой компанией. И еще последний фактор, это повторяю, что мы с тобой уже проговаривали. Вообще идеология страхования – это вообще не про инвестиции. То есть не надо обманывать людей, как бы их ожидания. То есть мы все равно не сможем масштабироваться так сильно. То есть мы не сможем всех застраховать на любую сумму. И обманывать людей в плане... Вот, ну, человек не должен думать про инвестиции, что здесь есть страховка. То есть это как бы неправильно, понимаешь? Тут есть наоборот, вероятность всегда потерять деньги. Ну, везде, в любом месте, если ты занимаешься инвестициями. Задача инвестфонда сделать, чтобы этого не произошло как можно дольше или не произошло вообще. И что если просадки будут, то они были бы минимальные, меньше по времени и так далее. Но идеология, грубо говоря, страховки является неким обманом в голову человека, который занимается инвестициями. Поэтому мы не планируем ее возобновлять. Спасибо за ответ. Идем дальше. Следующий вопрос от партнера. Приветствую, Станислав. Инвестирую в форекс-советника «Личный банк» и иногда просматриваю финансовые новости, в которых чуть ли не со дня на день обещают обвал фонды, валют и вообще кучу неприятностей. Так вот, что вы думаете на эту тему? Возможно ли, что при таком стечении обстоятельств советник будет работать в плюс? Есть ли у Станислава стратегии на довольно негативный расклад рынка? Если начнутся проблемы на фонде, то есть ли какие-то риски на Форексе? Также идут разговоры о том, что если крипта придет на рынок Форекс, то появятся какие-то дополнительные риски об этом. Вот что вы думаете на этот счет? Мы делаем расчет нашего робота с 2000 года. За эти 18 лет, ну, были разные кризисы, и войны, и крахи там, экономик государств и прочее. То есть мы рассчитываем вот за 18 лет. Ну, то есть из этого вывод, что, ну, там было достаточно всего, чтобы наш робот там натренировался и имел возможность реагировать хорошо на будущий кризис. Второе, будущего никто не знает. То есть мы можем спрогнозировать как следует, как люди, только свой следующий шаг. В плане биржи мы прогнозируем за 18 лет. Вот у нас есть прогнозная составляющая. Как криптовалюта повлияет на Форекс? Ну, наверное, там есть миллионы факторов, да, вот как бы составить такую блок-схему, что на что влияет. Наверное, миллион факторов, в которых я не являюсь экспертом. Это, как знаешь, есть фундаментальный анализ и технический. Если мир изменится принципиально, мы в цене это увидим сразу. То есть все валюты будут двигаться как-то иначе. И так как мы оптимизируем по этим новым данным, советник будет находить каждый раз при каждой новой оптимизации эти новые дополнительные закономерности. Но мы не оказывались еще в таких ситуациях. Я надеюсь, что мы сможем торговать прибыльно при изменении ситуации. Но я не считаю, что сейчас ситуация меняется как-то кардинально сильнее, чем она менялась за 18 лет. Тем более принципы работы движения рынка на одни и те же. Торговля по тренду с отката. То есть почему торговля по тренду с отката работает стратегия? Потому что цена вот не может на месте стоять. Потому что происходит куча разных факторов в мире. Она на месте не может стоять, она всегда куда-то двигается. Есть фундаментальные факторы глобальные, которые делают глобальные тренды. Вот цена движется в направлении какого-то тренда. И если тренд уже есть, то велика вероятность, что он продолжится, потому что причинно-следственные факторы, зародившие тренд, они не могут вот так оборваться. Могут, но это редко. Если мы учитываем большое движение, и мы находимся в откате, то велика вероятность, что мы получим свою прибыль. Эта сама стратегия, она основана на том, что цене приходится двигаться. И двигается она именно волнами. Поэтому наша стратегия больше основана даже не на том, что в мире происходит, а на том, как двигается цена, реагируя на то, что происходит в мире. И мы как бы, наш советник торгует именно вероятности. То есть он запоминает на основе исторических данных, вот как цена двигалась в прошлом, и после чего мы получали прибыль. И вот он на этом торгует эти вероятности. Поэтому тут тоже вопрос, исходя из ошибки мышления. Ну, что ты знаешь по поводу того, чего ты не знаешь? Станислав, скажи. Ничего я не знаю по поводу будущего. Понял. А вопрос насчет запасной вариант действий в случае, если что-то пойдет не так. Ну, к примеру, самый наихудший вариант, да, который у вас что-то может пойти не так, и, наверное, единственное, это советник даст просадку больше прогнозируемо, либо там будет 50, 60, может быть, 70%. Это единственный вариант, о котором человек подразумевал в случае форс-мажора. Вот каков у вас план на случай форс-мажора? И есть ли он?
Ну да, конечно, регламент, у нас есть регламент работы нашего инвестиционного фонда. Мы с тобой о нем уже упоминали несколько раз в интервью. Можно под этим видео еще раз, то есть ссылочку на наш пост на блоге, и там как раз обсуждение этого регламента. Мы не можем, вообще человек не может делать невозможные вещи. То есть нет такого чего-то, что человек сделал, и вот и типа это какое-то чудо. Мы делаем, мы можем только реагировать на ситуацию. Если по каким-то причинам реализуется форс-мажорный риск, и мы получим просадку больше 50%, вот так логически подумать, а что мы можем сделать? Первое, мы можем сообщить инвесторам, что произошла ситуация, когда расчетный риск, который мы рассчитывали, и фактически превышен, первое. Второе, мы об этом сообщили инвесторам, то есть ну, произошло вот этот факт. Второе, мы сообщили об этом инвесторам. Дальше инвестор решает. И мы можем остановить, например, торговлю там, на 3 дня, чтобы инвесторы, которые хотят или ну, вот, у них есть потребность, они могут вывести деньги и не продолжать. За эти 3 дня мы еще раз, хотя мы постоянно это делаем, еще раз переосмыслим, что произошло. Возможно, это просто недостаточно точный расчет нашей системы оптимизации. Возможно, это какая-то проблема из факторов, которые мы определим по нашему расширенному лог-файлу. То есть мы определим фактические причины, что произошло. И об этом тоже инвесторам сообщим. Ну и дальше мы скажем, что дальше у нас есть план, то есть что мы будем делать, исходя из тех причин, которые мы нашли. И мы будем продолжать управлять деньгами инвесторов для того, чтобы восстановить эту просадку и идти дальше в прибыль. Своими деньгами и деньгами инвесторов. Ну вот так, если раскинуть мозгами, как говорится, а что еще человек может сделать в этой ситуации? Я же не бог. Я могу действовать, исходя из ситуации. И делать все возможное, исходя из ситуации. Я буду это делать, а больше ничего невозможно. А делаю ли я новые советники с принципиально новой стратегией? Да, делаю. Но они еще пока не находятся в стадии релиза. А вот очень будет важный этап в развитии нашего фонда. Ну, к примеру, с чем это можно сравнить? Ну, жил человек, пошел в армию, сходил, и вышел из армии таким прям уже мужиком. Вот наш фонд вот таким же будет после того, как мы введем новую версию советника и новую систему оптимизации. То есть там прямо очень сильное усиление будет вот в этих вещах, и мы это делаем. Вот. Новые советники, да, мы это делаем. Но, в общем, все, что мы делаем, я говорю в интервью, в общем, мы на блоге это говорим. Все, что вы можете делать, вы делаете. Да, все, что мы можем делать, мы делаем, а то, что мы не можем сделать, мы это не можем сделать. И вообще, все, что мы делаем, мы об этом говорим. И есть регламент действия нашего фонда, где вот то, что я сейчас сказал, это озвучено. В общем, если будет форс-мажор, то мы останавливаем торговлю, мы оповещаем об этом всех наших партнеров и клиентов, да. Мы пересматриваем торговые параметры, делаем выводы на основании того, что произошло, что мы можем изменить, чтобы такого не произошло в будущем, и работаем дальше. Да, вот. Конечно, никуда мы исчезать, закрываться не собираемся, это мое дело жизни. Я собираюсь заниматься этим. Пока существует биржа, пока существует Форекс, пока можно управлять деньгами своими, деньгами клиентов, делать торговые роботы, я буду продолжать этим заниматься. Хорошо, спасибо за ответ. Идем дальше. Следующий вопрос. Паша, Станислав, задай, пожалуйста, такой вопрос. Было бы интересно внедрить функционал оповещения клиентов при совершении сделки ботом, может быть, в Telegram. О закрытии сделки, о открытии сделки, чтобы люди не заходили по 100 раз проверять, сколько капнуло в мобильное приложение или на сайт, а только по сигналу, что сделка открыта, зашел там, посмотрел, сделка закрыта, там зашел, посмотрел. Ну, я вообще противник этого. То есть я не считаю, что инвестирование – это смотрение за сделками. То есть ты вначале должен понять, что такое инвестирование, что ты можешь потерять все деньги, либо часть денег значительную. Ты должен понимать, что это не самые необходимые деньги в твоей жизни. Ты должен, когда ты выбираешь инвестпроект, ты должен увидеть доказательства, достаточные для твоей уверенности, что тут стоит рискнуть, это же риск, да, то есть мы рискуем, стоит рискнуть, и можно доверять этому фонду. Нужно диверсифицировать свой доход, свои инвестиции. Если ты все это сделал правильно, то тебе не надо смотреть за каждой сделкой. Нужно изучать все сделки и все расчеты, которые дает тот или иной проект до того, как ты принял решение. А потом инвестируй и забудь на какое-то время, посмотри, что сделает фонд. Ведь мы же не говорим, что мы в каждой сделке увеличим вашу прибыль. Так зачем за ней следить? Мы говорим, что у нас есть статистический длинный путь. На большом количестве сделок мы имеем статистическое преимущество. Статистика за нас. Ну, это же и следует, что нужно инвестировать и какое-то время забыть. Поэтому
У нас сейчас есть мониторинги MyFXBook. Там, по-моему, минута или 3 минуты задержка. Я вообще изучал этот вопрос на днях. Там, оказывается, 30 минут – это минимальная задержка. Ну, то есть чаще обновлять, чем раз в 30 минут, не предоставляется возможно. А, ну, вот 30 минут – это тоже нормально. То есть у вас же есть жизнь, как бы, уважаемые инвесторы, какая-то, да? Там дети, семьи, жены, мужья, сад, огород, какой-то бизнес, хобби, спорт, другая жизнь, или вы хотите превратить, вот как бы, мы делаем услугу, вам не надо быть трейдером, вам не надо сидеть и тратить жизнь на смотрение на графики. Это тоже дело жизни определенного круга людей, кто любит графики, кто любит следить за вот это дыхание рынка, торговать руками. Но у нас не про это. То есть у нас не про то, чтобы вы отслеживали, тем более вы ничего принять никакие действия-то не можете, кроме вывести и завести. Наоборот, когда вы видите какие-то убыточные сделки или прибыльные, ну, вы, наоборот, совершаете какие-то глупые иногда действия, некоторые инвесторы. И, например, во время просадки выводят деньги. Ну, во время просадки надо заводить деньги по статистике. Это не мой совет, это просто так по статистике, как бы положено. И так далее. То есть мы не планируем такого вот. Вот раз в неделю заходите в свой личный кабинет, там все будет. Если вам что-то нужно знать, все будет. Есть мониторинги, но раз в 30 минут, по-моему, достаточно. Я не знаю, может быть, мы придем в ситуацию к пониманию, что это действительно нужно воспользоваться каким-то сервисом, который будет смс-ки рассылать. Либо мы сделаем мобильное приложение, что мы хотим сделать, где там будет свой чат, вот такой массовый, куда можно там несколько десятков тысяч клиентов поместить, чтобы не тормозило, и, может быть, там мы сделаем, что там, да, вот сделка совершилась там. Надо подумать насчет этого чата, да. Не будет ли там хаоса в этом чате. Но это будет не чат, это будет группа. То есть мы пишем, люди читают. А, то есть как канал свой, понятно. Да, канал такой будет, возможно, свой. То есть это, опять же, не приоритет текущий. Текущий приоритет, чтобы прибыль была, чтобы все хорошо было рассчитано, чтобы мы видели ближайшую перспективу. Вот как, знаешь, по дороге едешь, темно-темно. Достаточно фарами перед собой светить, и ты доедешь. И 1000 километров проедешь, и 10 100. То же самое, главное фокусироваться, вот, что сейчас происходит, что мы можем просчитать и что мы можем сделать. Мы это делаем. Вот. А оповещать каждого... Вот я знаю, как человек себя чувствует, когда он следит за сделкой. Мой друг инвестировал тоже в наш фонд. Я к нему в гости приехал, мы пошли играть в боулинг. И вот мы играем в боулинг, и открылась сделка, у него терминал на телефоне. Это просто пипец был. Вот я прямо прочувствовал, как это вот не нужно, чтобы человек, инвестор, смотрел все время. То есть он не мог играть. Помимо того, что он проиграл мне боулинг, потому что не концентрировался. А так мы обычно наравне с ним играем. Так он, вот я прямо чувствовал, как его выжигает внутри вот эта сделка. То есть она в убытке, 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 убытке. И вот она прыгает. Вот мы играли там час, а вот она все открытая. И он все время телефон, телефон, телефон. Это вообще качество жизни понижает. В конце она закрылась в какой-то небольшой прибыль. И он обрадовался, ура, как хорошо. Блин, мы с тобой пришли жить, общаться, играть там, в боулинг, провести вместе время, а ты смотришь за сделками. Зачем это нужно? Инвестиции – это всего лишь один из способов зарабатывания денег. Ведь наша жизнь конечна. Вот мало кто об этом думает, потому что мы как бы не умирали никогда сами, у нас нет такого опыта, мы как бы сами себя знаем, мы всегда живы. Вот надо понимать, что мы конечны. Вот мне 36, мне осталось в среднем, 30-50 лет жить. Разные варианты могут быть. Нужно это осознать. Нужно посмотреть правде в глаза. То есть не надо заблуждаться. Нужно жить жизнью. Не надо смотреть на эти сделки. Если ты считаешь, что в твоей жизни должны быть инвестиции, тебе это интересно, ты по уровню риска биологического подходишь к этой деятельности, то есть ты можешь держать высокий риск и не вспоминать о том, что ты инвестировал, то тогда welcome. Мы делаем все, чтобы быть хорошо рассчитанным фондом. Вот, а если тебе нужно смотреть за каждой сделкой, потому что ты не можешь терпеть риски, я даже пост на блоге делал, аудио записывал, то есть у тебя от природы биологически порог низкий. Ты даже если $10 положишь, ты будешь беспокоиться. Даже если у тебя доход несколько тысяч долларов, ты $10 инвестируешь, ты будешь беспокоиться. Вот что с ними там происходит? Это от природы, понимаешь, Павел, человеку дано. Лучше не портить свою жизнь таким образом. Зачем? Зачем вам инвестиции? Жизнь коротка, наслаждайтесь жизнью, занимайтесь тем, что у вас хорошо получается. Поэтому нет, желания такого сделать нет пока что. Хорошо, следующий вопрос. Могут ли подключить мониторинг сделок на самом сайте MyFXBank, дабы не искать мучительно, куда робот опять залез? Да, это будет.
в статистике, у нас скоро будет раздел «Статистика», и там будут мониторинги всех PAM-счетов. То есть это, да, нам пишут, мы это слышим, это мы сделаем. Понял. Вопрос следующий, Павел. Здравствуйте, у меня есть вопрос для вашей интуиции с Станиславом Чувашовым о PAM-счете. Будет ли возможность сохранить оба варианта и советникам торговать, и инвестировать в PAM-счет, поскольку такой подход даст возможность торговать на максимально выгодных условиях, получая компенсацию спреда по программе Alpari Cashback? А нет, у нас будут только PAM-счета. На текущий момент могу сказать об этом. А по поводу кэшбэка тоже понимаю, ну вот это Альпы, да? Да. Ну, считайте, что это плата за доверительное управление. Ну, например, так можно считать, да, что мы вообще не берем никакой платы, но считайте, что это упущена такая возможность, сколько-то там иметь. Ну, вот эта плата такая за доверительное управление. Можно так считать. Но по поводу PAM-счетов. У нас PAM-счета, они удобная технология. А мы сейчас решаем вопросы, которые вот мы обсуждали с тобой, чтобы можно было сделать один PAM-счет, потому что мы переходили на PAM-счета, чтобы был один PAM-счет, а не 21 и не 121. Потому что это то же самое получается, что торговые счета, да? Если нам придется платить PAM-счета, как мы будем ими управлять? Да, мы сделаем функционал в админке, который будет все мониторить, все учитывать, но это увеличение рисков, это ненужная вещь. Ну, если мы столкнемся с этой необходимостью, будем делать так, чтобы работать с этим, конечно. Но тогда зачем мы от торговых счетов отказывались, да, если у нас все равно количество PAM-счетов растет? Да, геморроя нет по VPS-у, по торговому терминалу, по настройке, то есть этого всего нет. Но опять у нас появляется геморрой, у нас армия VPS-серверов, армия PAM-счетов и так далее. То есть на текущий момент я верю в то, что у нас получится с Alpari договориться так, что мы схлопнемся до одного PAM-счета. Вот. И в этой ситуации будут только PAM-счета. Опять же, я говорю из текущей ситуации, из той информации, которая у нас есть. От робота вы стараетесь всячески избавиться и никому его не раздавать, да? Ну, в плане клиента. Да, после Нового года все, отключаются все торговые счета, вообще, которые существуют, все только на PAM-счета идут. То есть это решение было нам еще полгода назад озвучено, и множество раз в разных вариантах и в интервью. То есть даже если придут VIP-клиенты с суммами 30-50 тысяч долларов, им торгового робота давать не будете? Нет, у нас был пост на блоге, мы предлагаем персональную работу на персональном закрытом PAM-счете. То есть для инвестора открывается свой собственный PAM-счет закрытый, мы ему делаем портфель под его нужды и управляем, ну, по сути, следим за этим портфелем лично мы. И никто больше, кроме него, инвестировать на этот PAM-счет не может. То есть это такой персональный PAM-счет для VIP-клиентов. Но какая минималка для персонального PAM-счета? Я думаю, что от 50 тысяч долларов. Ну, понял. Хорошо, ладно, по этому вопросу понятно. В общем, но, Павел, еще хочу уточнить. Это на текущий момент, пока мы находимся в стадии решения. Если мы все решим задачи, как нам нужно, то у нас будет один PAM-счет, и смысла вообще не будет. То есть, ну, мы работаем по пути автоматизации. То есть, по сути, нам не нужны VIP-клиенты с какими-то отдельными PAM-счетами. Это стратегически неверно для фонда. Мы должны делать все правильно для фонда, чтобы он был стабильная система. Нам нужен один PAM-счет. Поэтому на текущий момент, я говорю, в текущем моменте, да, к нам обращаются, мы говорим welcome после Нового года на персональный PAM-счета, если у вас большая сумма. Но в перспективе этого не хочется делать и этого. Посмотрим, как получится. Ну, я даже не исключаю возможность, то есть это малая возможность. Я всячески не хочу, чтобы это было, чтобы мы возвращались к торговым счетам. Потому что если мы не сможем с Alpari договориться о том, что они, ну, что мы сможем увеличивать размер PAM-счетов и иметь достаточно низкие маржинальные требования, чтобы открывать достаточно крупные позиции, пусть и дробными сделками, то получается выход – это держать PAM-счета минимального размера для того, чтобы открывать полноценно сделки. А это то же самое, что торговый счет получается. То есть мы масштабируем сотни PAM-счетов, нам нужно будет либо решать вопрос с автоматизацией открытия новых PAM-счетов и с ограничением инвестиций на них, либо возвращаться к стандартным PAM-счетам, не к стандартным, а к торговым счетам ESN. И продумывать, как тогда делать так, чтобы геморроя по VPS, по установке не было, с учетом того, что мы ушли уже в автоматизацию и не предоставляем техподдержку, понимаешь? Но это
вот как бы, это один из, как бы, я говорю, веер развития событий, это как бы одна из частей, которая отдаленная, я надеюсь, что этого не будет. Я не хочу этого, потому что это колоссальная работа, опять по просчету всего. Надеюсь, что мы с Альпари все-таки решим стратегическое наше движение именно в рамках ПАМ-технологии. Один ПАМ-счет, и мы можем масштабироваться там до сотен миллионов долларов. Понял. Хорошо, идем дальше. Следующий вопрос от меня лично. Будет ли реализован плагин для партнеров, чтобы партнеры сразу видели новые регистрации в своем личном кабинете и могли звонить своим клиентам? Да, да, это в планах. Это реализовать в планах есть. Только есть проблема. Сейчас мы это юридически... Ну, как проблема? Задача, которую мы юридически решаем по поводу хранения и передачи персональных данных. Закон такой есть, что нельзя передавать персональные данные. Но мы сейчас делаем документ, в котором человек сам соглашается на это. То есть, что мы, он зарегистрировался у нас, а мы потом передаем персональные данные партнерам, то есть, получается, третьим лицам. То есть, у нас с точки зрения законодательства мы четко все смотрим, чтобы везде было все, ну, все, чтобы все работало правильно. Если мы юридически не сможем сделать это, то получается передача вообще каких-либо данных от клиентов-партнеров будет незаконной с точки зрения законодательства российского. Я не знаю, как в других странах, в которых мы работаем. Задача стоит перед юристами. Исполнительный директор Владимир Кошелев также занимается этим. Ну, в общем, я думаю, что в ближайшие месяцы, 1-2, будет уже четкое понимание этой ситуации. И опять же, если мы будем вынуждены убрать контакты и данные клиентов, потому что это незаконно передавать, и мы не сможем никак сделать такую оферту, где клиент сам говорит, я согласен, что будут передаваться мои данные партнерам, третьим лицам. Если все-таки это будет незаконно, мы выложим на блоге для партнеров всю эту изнанку, все законы, все, и скажем, что мы не можем, то есть это незаконно. Но я опять этого не хочу. Я наоборот хочу вот то, что мы с тобой говорили, чтобы сделать CRM-систему, сделать систему звонков партнеров, чтобы было все удобно, то есть, грубо говоря, что появилась новая регистрация, сразу можно по ней позвонить, отслеживаются все данные и так далее. Хорошо, дальше. Следующий вопрос также от меня. В планах было до Нового года запустить второго робота, о котором ты сегодня уже говорил, который будет работать вроде как по обратной стратегии. То бишь, этот работает маленькие прибыли, большие редкие убытки, а тот вроде как по обратной стратегии должен был работать. Вот есть ли какие-то новости по этому роботу, когда планируете его запустить, если вообще планируете? Есть план на разработку разных торговых роботов и разных индикаторов, но, к сожалению, ну и нет, даже не к сожалению, это просто реальность, мы успели сделать только новую версию текущего робота с новой системой оптимизации. А эти роботы просто стоят в очереди на разработку. То есть у вас есть несколько идей, каких да. роботов вообще можно сделать? Да. Да, тут, понимаешь, нельзя нанять еще одного или там еще несколько программистов по торговым роботам, потому что работу по разработке роботов делаю я, а у меня 24 часа в сутки. И у меня, в общем-то, занято время работой над этим торговым роботом, оптимизацией, созданием функционала в админке, который умеет просчитывать по новой схеме все. Функции собственника фонда мне никогда нельзя скидывать. Это не то, что я против этого. Это нельзя. То есть я всегда должен ставить цели, я всегда должен одобрять планы, я должен смотреть информацию от партнеров, клиентов. То есть это функции собственника мне никуда не деть. Да, я вышел из операционного управления, но все равно это и есть работа. То есть нельзя взять мой мозг, скопировать, и нанять туда программистов, и вот они параллельно будут робот разрабатывать, понимаешь? То есть тут завязка есть на мне, поэтому не получается так вот параллельно делать несколько роботов одновременно. Mm-hmm. Может быть, я как-то решу это, но, например, мне кажется, что следующая версия робота – это уже окончательная версия вообще в принципе в этой стратегии торговли по тренду с отката, маленькие прибыли, большие стоп-лоссы. Мне кажется, то есть у меня все есть доказательства для самого себя, что это последнее. То есть, ну, если что-то будет добавляться, то это такое миниатюрное. И можно полноценно уже мне сфокусироваться на новой версии робота. Понял. Хорошо. Следующий вопрос также от меня. Какие новости, изменения и вообще обновления планируются в фонде «Личный банк» в ближайшее время? Чего нового нам стоит ожидать в ближайшие пару месяцев? Что новое в ближайшие пару месяцев? Ну, в общем, вот различные новости по поводу результатов той работы и задач, которые я обозначил в этом интервью. Их множество, да, я перечислять не буду, можно пересмотреть. То есть много работы
по исследованию, по изучению, вот эти вот, вот эти новости по поводу всего, что я сказал, стоит от нас ждать в первом квартале 2019 года. А что еще из такого, что можно там прямо... Ну, лендинг изменится, мы его упрощаем, то есть там будет просто форма регистрации. А воронка сократится почти до нуля. Форма регистрации, сразу же личный кабинет, все. Без подтверждения телефона, то есть это будет, в общем-то, стопроцентная конверсия из регистрации в личный кабинет попадания. А раньше было нет, потому что люди застревали. Ну, то есть для клиентов это будет удобнее регистрироваться. Потом в личном кабинете мы изменим, там будут инструкции понятные, как все делать. Мы хотим сделать вот что. Короче, такие маленькие кнопочки, аудио-кнопки и знак вопроса рядом, то есть такие квадратики. Одна часть – это аудио-кнопка с моим голосом. И второе – это нажимаешь, и там появляется всплывающее окно с инструкцией. И вот эти вот блоки будут размещены в разных частях сайта на разных страничках. И они будут ясные и видные. То есть человек, который не понимает, что сделать, он может просто тупо нажимать на, как бы, на эту кнопку, и я буду ему вещать, рассказывать, что нужно и как делать. Потом в ближайшее время самое стратегическое – это новый портфель с новыми, с четырьмя валютными парами, двумя таймфреймами по новой системе оптимизации. Следующее – это предоставление расчета статистического, математического, что за чудо у нас теперь будет с учетом нового, новой системы, системы оптимизации. И вот все цифренные доказательства, с которыми можно идти да хоть в банк. То есть это настолько глубокие будут расчеты, доказывающие нашу прогнозную составляющую нашего фонда. Это можно очень круто закрывать крупных клиентов, которые понимают, что такое инвестиции. Понимают, что такое статистика и расчеты прогнозной составляющей. А что еще? Техподдержка будет автоматическая, но, наверное, все равно мы еще квартал или полгода будем отвечать на вопросы, потому что мы, это нужно делать не быстро. То есть у нас появится база знаний, которая будет умной, то есть типа чат-бота. То есть человек быстро будет в 3-4 клика находить то, что ему нужно. Если ему этого недостаточно, он пишет запрос или жалобу, либо мы это назовем как-то обратную связь нам, и мы это обязательно получаем и читаем. Но мы не отвечаем на это, мы как бы собираем обратную связь и понимаем, что нам нужно изменить в проекте. Вот. А если обратная связь, ну, например, резко какая-то проблема у многих, многие пишут, мы видим, что вот эта проблема, мы по этой обратной связи пост быстренько делаем. То есть не каждому конкретно отвечаем, а отвечаем всем в посте на блоге. Если что-то очень важно, я видео записываю, то есть это всегда будет. Такая вещь. То есть вот это мы планируем. Потом у нас есть форма комментариев на сайте в личном кабинете. Мы планируем из нее сделать чат-бота умного. То есть, потому что это становится немасштабируемо. Ночь прошла, вечер прошел, наша команда приходит на рабочее место, и там вот столько комментариев, которые нужно ответить. Немасштабируемая история, как техподдержка. Поэтому отвечать будет робот, чат-бот умный. Мы будем постоянно улучшать его алгоритм. Он будет отвечать, допустим, вначале ответами из базы знаний. То есть вот на ваш вопрос или на ваш комментарий есть подходящие статьи 3. Раз, и он может кликнуть. Либо перейти в базу знаний и сразу посмотреть, еще какие варианты есть. Потом там же одни люди смогут отвечать другим, естественно. Ну, вот мы будем улучшать интеллект этого чат-бота. То есть техподдержка будет на основе искусственного интеллекта. Вот к чему мы идем. Ну, в принципе, вот то, что сейчас вспоминается из самого важного, вот это стоит ждать в первом квартале 2019 года. Понял. Спасибо за ответ. Это был последний вопрос на сегодня. Могу тебя обрадовать. Я надеюсь, нашим зрителям, слушателям понравилось данное интервью. Вопросов было довольно много. Многие из них были интересными, некоторые даже и каверзными. Если вы досмотрели данное интервью, то, надеюсь, вы получили максимум исчерпывающей полезной информации, особенно по последним событиям, по последним просадкам, и оно было для вас полезным. Если оно понравилось, то ставьте под ним лайк. Если остались какие-то вопросы, которые мы не задали, либо которые вы хотите задать в следующем интервью, то пишите их в комментариях прямо под этим видео. Станиславу отдельное спасибо за то, что он выделил очередной раз время для нашего интервью и смог ответить как на ваши, так и на мои вопросы. Станислав, спасибо. Жму руку. Ну и как у нас вопросов поднакопится еще, может быть, месяца через 3, будем смотреть по ситуации, может быть, проведем еще одно интервью. Станислав, тебе прощальное слово заключительное. В принципе, все, что я хотел сказать, я сказал. Нужно понимать, что
Жизнь – это очень интересная вещь, реальность – интересная вещь. Нужно просто заниматься своим делом. Я убежден, что я занимаюсь именно тем, в чем у меня максимальная предрасположенность есть генетическая. Это и бизнес, и интернет-проекты, и сервисы, и торговые роботы, программирование, создание систем, и торговые стратегии, исследование графиков. Вот. Мне это нравится. Я решаю все по мере поступления. Могу вас заверить, что я один из самых таких главных людей, кто заинтересован, самых заинтересованных людей в общем успехе. То есть это просто моя жизнь с утра до вечера. Это вот вообще ткань моего дня состоит из моего инвестиционного фонда. У меня есть и другая жизнь, там разнообразная, и учеба, и личная жизнь, и так далее, и здоровье. Но это моя реализация, то есть это то, чем я занимаюсь постоянно. Вот поэтому могу вот в заключительном слове сказать, что все, что от меня зависит, все, что возможно сделать, осознать, понять максимально быстро и быстро реализовать с использованием инструментов, там, делегирования, я это всегда буду делать, потому что это мой прямой интерес. Хорошо, спасибо. Если вы хотите узнать, дорогие зрители, больше информации о инвестиционном фонде «Личный банк», о форекс-советнике «MyFXBank», то можете прямо под этим видео перейти по ссылке, попадете на мой блог, и там будет подробнейший обзор об этом фонде. И прочитав его, вы получите максимум исчерпывающей информации об этом инвестиционном фонде. Всем спасибо за внимание. На связи был Павел Чернышов и Станислав Чувашов. До встречи в следующих интервью и в следующих видеороликах по проекту MyFXBank. Всем пока. Также рекомендую тебе посмотреть и другие видео по данной теме на моем YouTube-канале.